Яким 2016 рік став для миколаївців? З чим вони пов'язують погіршення або покращення свого життя? Та чого очікують від наступаючого року, ми поцікавились на вулицях міста. Для мене знаменательно, тому що у мене дитина з'явився. А так, в принципі, год як год. В отношении экономики тариф ощутимо очень бьет по семейному бюджету, особенно когда ты с маленьким ребенком, и повышение цен постоянно каждый квартал. Ужасные. Пенсии не добавили, а все подорожало. На погибание пенсионеры идут. Хуже намного стало. Тарифы непредсказуемые. Вообще непонятно, для кого их составляли эти тарифы. И как можно такое вообще? И дурной народ, что он молчит. Хорошо, что не такой хоть как 15-й, и слава богу, чтобы 17-й был чуть получше. Ой, хороший год у нас. Доча закончила школу, поступила в университет. Все хорошо. Хотя, конечно, сказывается очень вообще трудности. Вот у меня бабушка пенсионерка. Очень тяжело, как бы вот лекарства, все. Ну, как бы такой, знаете, как все в жизни, двоякое. Я вот своей девушке предложение сделал, например. Нет, это не моя девушка. Вот, я сделал ей предложение, для меня этот год очень насыщенный. Насыщенным на события и эмоции. А вот в плане экономики, там, повышение тарифов? Экономики? Не думаю, что как-то это вообще сказалось в моей жизни. Что я как-то вообще фокус внимания свой обращала на это. Ой, тяжелый год. Потому что все подорожало, а пенсия на месте. Уже 3 года ничего не повышает нам. Вот поэтому тяжело. Все дорого, до ужаса. За мясо забыли. Лекарства, потому что болеем хроническими заболеваниями. А уже скоро 80, так что, ребята, тяжело жить. Никаким. Цены большие, зарплаты маленькие. Ничего хорошего в городе не происходит. Хочется отсюда только уехать. Чего ожидаете в следующем году? Повышение зарплат. Доллар вряд ли вырастет, экономика останется на прежнем уровне, я так понимаю. Ну, главное здоровье сохранять и оптимизм. Я надеюсь, что он принесет нам много новых позитивных эмоций, развития стране, конкретно нашему городу, тоже какого-то экономического продвижения, может, какого-то нового инвестора, что даст нам и город развивать, и рабочие места. Кроме семейного благополучия от нашего правительства ничего хорошего. И в плане ни ЖКХ, ни экономики, ничего. Может быть, Верховная Рада проснется и посочувствует, как мы живем. Ну, надеюсь, что поменяется правительство, президент. Может, придут более порядочные люди, и будет нам лучше жить. Процветание нашему городу, мэр наш очень нравится. Вот мы живем в частном секторе, у нас дороги сделали. Никогда такого не было, вот сколько лет живем, вот последние 20 лет. Хотелось бы перемен. И ждем, надеемся, но пока будет война, перемен не будет. Только когда закончим мы ее и договоримся, как положено, тогда будет мир и все у нас будет хорошо. Добрий вечір, шановні глядачі, добрий вечір, шановні експерти, шановні гості, усі, хто, як завжди, по четвергах збирається біля екранів по цей та по той бік для того, щоб поговорити про найактуальніші проблеми нашого життя. Про життя Миколаївщини, про життя України, про життя кожного з нас. І сьогодні ми будемо говорити про економічні підсумки нашого року. Економічні підсумки, які, звичайно, тягнуть за собою дуже багато чого, які витікають дуже багато з чого, із політики, із економіки, з нас самих. Будемо говорити про тарифи, будемо говорити про медицину, будемо говорити навіть про комп'ютерну безпеку, будемо говорити про все це. І я запевняю, що буде дуже цікаво, адже, як завжди, у нашій студії зібралися дуже компетентні гості, дуже компетентні експерти, дуже цікаві люди. І ці 2 години, що ви з нами проведете, повірте, ви не пожалкуєте про це. Отже, я із задоволенням представляю наших гостей. Володимир Борисович Євсєєв, директор регіонального фонду підтримки підприємництва, експерт з питань фінансової та економічної безпеки. Будь ласка, візитівку. Володимир Євсєєв. Освіта вища. Незалежний експерт з питань фінансової та економічної безпеки. Засновник, декан Південної бізнес-школи. Олексій Володимирович Мірошниченко, голова Кривоозерської районної державної адміністрації. Ну, крім того, він ще й економіст, тому йому у багато яких іпостасях сьогодні доведеться виступати на нашій програмі. Будь ласка. Олексій Мірошниченко, голова Кривоозерської районної державної адміністрації, кандидат економічних наук, заслужений економіст України. І Андрій Миколаївич Палько, директор департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради. Андрій Палько – посадова особа органів місцевого самоврядування протягом 15 років. В департаменті ЖКГ працює з моменту заснування установи протягом 10 років. На посаді директора майже рік. Як ви знаєте, за давніми традиціями нашої програми, за півгодини ви побачите, вже менше трошки, ніж за півгодини, ви побачите на екранах телефони прямого зв'язку, зможете зателефонувати нам сюди і взяти участь в нашій програмі безпосередньо. Крім того, вже зараз ви можете писати нам на Фейсбуці, мені особисто писати на Фейсбуці, писати на нашу сторінку. І, до речі, можна нас дивитися не тільки по телебаченню, але і в інтернеті. Там йде пряма трансляція, як на нашому сайті МДРК.ТВ, так і на нашій сторінці TalkShow.Контр. Аргумент на Фейсбуці. Звертаю вашу увагу, що якщо у вас чомусь не йде трансляція, ви бачите, скажімо, чорний прямокутник замість трансляції, то, напевно, щось у вас з налаштуваннями вашого браузера. У такому випадку, як правило, допомагає перевод його в режим інкогніто. У цьому режимі відключені усі плагіни, і тоді, напевно, запрацює і ця трансляція. Можливо, якийсь плагін просто блокує трансляцію. Це така технічна порада. Дивіться, якщо це вам потрібно, будь ласка, скористайтеся. А я зараз пропоную нашим гостям скористатися хвилиною, яка є у кожного з них, для того, щоб визначитися з найактуальнішими, на їх точку зору, тезами, які ми сьогодні маємо обговорити. Ну, почнемо, напевно, з Олексія Володимировича. Будь ласка. Я згоден з тими глядачами, які визначили те, що год був непоганий, бо міг бути набагато гіршим. Скажімо, стабілізувалися ті питання, чи що стосується військових дій, певною мірою стабілізувалася національна валюта, тобто ми не бачимо того падіння, яке було в минулих роках. Але шанси певні ми все одно втратили, оскільки ціни дорожчають, і це відбувається абсолютно незалежно від зміни курсу валют, від змін якихось там митної політики. Це недопрацювання на національному рівні. І будь-які реформи, якщо ми побачимо успішні реформи в тих країнах, які здійснювали наші сусіди, вони здійснювалися першим кроком, була стабілізація національної валюти. У нас таке враження, що ми думаємо, що приїдуть європейці, відуть нам євро, а поки можна цю гривню добивати, але добиваючи гривню, ми знищуємо фактично зараз існуючу економіку. Це перше питання. Друге питання – там місцевий рівень. Дороги наші – це втрачені можливості, і які ми могли робити на регіональному рівні. Такі ж самі можливості можна знайти в будь-якій локальній території, в будь-якому районі, сільській громаді, селищній. Тобто, якщо ми на місцевому рівні просто подумаємо, що в таких умовах, які у нас є, що ми можемо зробити для того міфічного покращення, коли якесь було на плакатах, ми досягнемо цього покращення. Область складається у нас з 19 районів, 5 міст. Україна, відповідно, складається з цих областей. Якщо буде покращення в конкретних територіях, буде покращення в Україні. Не можна чекати, коли хтось десь зробить щось, і воно у нас спуститься до наших сіл, дійде до нашої оселі, до нашого ставу. Наші люди, наші виборці, наші громадяни, вони оцінюють економічні результати не за якимись відсотками ВВП, вони оцінюють на те, як змінилися у них на столі, що вони зможуть придбати, що вони можуть придбати за свою зарплату, і яка впевненість у них є сьогодні порівняно з тим, що було вчора і що буде завтра. Дякую. І ми поговоримо сьогодні і про те, що чекають, на що можуть очікувати на своїх святкових столах наші громадяни. Ну і взагалі я впевнений, що ми почуємо багато цікавого, коли нам почнуть дзвонити. Будь ласка, Володимир Борисович. Мы будем сегодня говорить не только о экономических итогах и о прогнозах на следующий год, мы будем говорить и о других злободневных темах, которые в этом году стали гиперактуальными. Ну, мы будем обсуждать сегодня вопрос физической безопасности, корпоративной безопасности, потому что абсолютно прав был Александр Ухмановский еще далеких 3 года назад, когда говорил, что и бурой грянет, и на самом деле так она действительно, может быть, еще не грянула, но мы видим, что она уже приближается. Мы будем сегодня говорить и о компьютерной информационной безопасности, потому что, скажем так, угрозы, которые несут за собой, вот одна из этих угроз, мы видели на прошлой неделе, атака на Казначейство Украины привела за собой то, что Казначейство в течение последующей недели работало в режиме нестабильном. Слава Богу, все это прошло. Мы будем говорить о курсовых ожиданиях и, само собой, разумеется, коснемся темы оттока прогрессивной молодежи, инициативной молодежи из нашего региона в другие, там, где выше заработная плата, там, где выше возможности. Я надеюсь, вот такими вопросами, не говоря уже архи-злободневной теме тарифы ЖКХ, которые просто у многих вызывают откровенный шок и нежелание вообще на эту тему говорить. Я думаю, что таким образом вот за эти 2 часа мы сможем немного не только поговорить об итогах, но и спрогнозировать, что будет в 2017 году. Дякую. І саме для того, щоб нам не оминути тему тарифів, або ж говорити про неї не просто взагалі, а справді кваліфіковано, у нас сьогодні в гостях Андрій Миколаївич Палько. Будь ласка, ваша хвилина. Добрый вечер, уважаемые зрители. Действительно, для нас 2016 год был годом для довольно разных ощущений, восприятий, потому что есть положительные моменты, это мы ощутили частично вопросы, связанные с децентрализацией, с привлечением дополнительных ресурсов финансовых в громады, в территориальные наши вот общины, но при том же и вопросы, связанные негативные, это вопросы и тарифов, которые в свое время политически сдерживались и дошли до уровня того, что сегодня накоптились снежным комом на наших горожан, на наших жителей. Также вопросы, связанные с где-то с нестабильностью политической, которая также имеет свое место, в частности, в городе Николаеве. Перекачка сил с одной стороны на другую. То есть есть положительные моменты, есть негативные моменты, но в целом 2016 год дал нам возможности для развития и возможности посмотреть на то, каким образом надо двигаться дальше. Это в том числе и те моменты, связанные с получением соответствующей власти непосредственно жителями в возможностях управлять теми самыми нашими домами и регулировать и вопросы тарифов также самостоятельно. Дякую. Отже, вже починають наші глядачі писати, що тут у нас знову зрада-зрадна, і знову кажуть про погане, замість того, щоб казати про те, як у нас все добре. Втім, я думаю, що казати ми будемо про те, як воно є, а думка кожного з цього приводу, ну, вона справді належить йому, і ми нікому ці думки не нав'язуємо. Якщо глядачі хочуть висловити свої, то, будь ласка, ви знаєте, за яким телефоном нам телефонувати. Хто не знає, нагадую, 76 92 42 за 13 хвилин ви ж зможете нам зателефонувати. А для того, щоб проілюструвати те, про що казали усі наші гості тим чи іншим чином, я пропоную подивитися дослідження наших журналістів про те, що змінилося у нашому споживчому кошику після того, як Верховна Рада переглянула те, що з поглядом, на думку наших депутатів, має у цей кошик входити. Будь ласка. Новий список кошика яскраво ілюструє економічні досягнення останніх років. Міністри додали громадянам кілограм пшоняної каші, 800 грамів цибулі і 3 кілограми яблук на рік. Правда, м'яса в раціоні громадян стало менше – мінус 7 кілограм птиці та 1 кілограм яловичини. З істотних поліпшень, у всякому разі на папері, можна відзначити, що згідно з новою постановою українські пенсіонери зможуть з'їдати на 65 калорій в день більше, ніж раніше, оскільки сьогодні до їх споживчого кошику додали 3 кілограми солі, 300 грамів спецій на рік та пів яйця на день. Але головне – це 690 грамів риби. У підсумку, якщо раніше раціон пенсіонера становив 2008 калорій, то тепер цілих 2073. Раніше у кошику було відсутні кава, чай та лавровий лист. Зараз ми можемо пити 1 чашку чаю 1 раз на 5 днів та 1 чашку кави на 25 днів. Кабмін вніс зміни і до переліку одягу, який потрібен пересічному українцеві. Зокрема, зняв з нього сорочку. Так, якщо раніше вважалося, що чоловікові потрібно 6 сорочок на 4 роки, то тепер міністри порахували, що досить буде і 5. Зате трусів, шкарпеток і краваток громадянам додали. Замість колишніх 5 пар трусів на 2 роки тепер буде 6 пар на рік. Ну а з шкарпетками так і зовсім атракціон небаченої щедрості – 10 пар на рік проти колишніх 7. Скоротили термін служби деяких речей. Так, зимову куртку, черевики чоловікові працездатного віку дозволили змінювати раз на 3 роки, а не в 4 і в 5, як раніше. Крім того, міністри вважають, що чайник може служити 8 років, а ложок досить 2 штуки на 10 років. Втім, так було і раніше. Ні косметики, ні відпочинку, ні мобільного зв'язку в кошику немає. Зате значно прибуло ліків, сорбенти, антигістамінні препарати, джгут, лейкопластир, термометр та заспокійливі. Правда, всього 1 пачка на рік. Подбали і про духовний розвиток. На рік українець може придбати 6 книжок та 6 разів сходити на культурно-мистецькі заходи. Наші глядачі дуже жваво реагують на те, що відбувається на екрані. Вони навіть нам запропонували показати, крім того, що ми тільки що показали, показати ще й толпи з повними телевозиками у супермаркетах, як погано живуть люди. Втім, я думаю, що не усі люди живуть однаково, і не усі люди затарюють повні возики у супермаркетах, так, як ми це бачимо, коли там буваємо. Отже, я думаю, що початок цієї розмови покладено, і я дуже радий буду, щоб до неї підключилися аж 2 наших політичних експерти. Вони зазвичай мають, ну якщо не протилежні, то дуже різні думки. І дуже цікаво було б зараз подивитися, як вони оцінюватимуть цю ситуацію з висот свого політичного досвіду. Почнемо з Андрія, будь ласка. Добрий вечір, студія, добрий вечір, зрителі. Если подводить кратко итоги года и вообще происходящее в стране, ну, мое сугубо личное мнение, это сейчас не политтехнолога мнение, а сугубо личное мнение, мы 25 лет спали в постсоветском каком-то маразме. И сейчас начали меняться. Да, и всегда, ну, перемены это очень тяжело, тем более там, после 2014 года рухнул огромный пласт экономики, связанный с Россией, с торговлей с Россией и так далее. То есть мы потеряли большой рынок, очень много у нас было ориентировано на рынок. И ни для кого не секрет, что мы были частью единой системы, которая продолжала работать, но только уже в разных странах. Это первый момент. Что касается политики, ну, скажем, да, я бы назвал этот год, наверное, год политических разочарований. И прежде всего это и Народный фронт, который окончательно потерял свой рейтинг благодаря блестящей работе премьера. И потом, грубо говоря, и Петр Порошенко не может выполнить свои предвыборные обещания, что тоже приводит, ну, что тоже сильно рейтинг его понизило. При этом появились новые политические игроки, при этом очень непонятное, скажем, заигрывание между оппозиционерами, Бют, в общем, Саакашвили тут тоже подался в коренные украинцы. Собственно, то есть для меня как вот анализируя политику, это в принципе такое больше, она больше была смешная, с печальными экономическими последствиями, нежели конструктивный диалог. Да? Огромным достижением можно назвать политики, это децентрализация, объединение вот этих громад, которые выборы, вот 18 числа будут выборы в объединенные громады, громады смогут управлять эффективно больше своим бюджетом. Ну, вот, не могу этого сказать, но в общем про одну из громад я знаю не понаслышке и вижу, как местные бюджеты были, ну, гораздо эффективнее освоены, это видно невооруженным глазом. Не могу сказать по определенным причинам. И, собственно говоря, что касается города, например, да, ну, мне, например, приятно видеть те же сделанные улицы. Мне, например, приятно было видеть, скажем, вот Андрею Палько польщу там, тем, что город там, взял на себя обязательства перевыполнить там, установки этих тепловых счетчиков там, и так далее. То есть какие-то есть движения, есть определенные, конечно, и промахи, ну, не без этого. Но в целом сейчас вообще как бы жизнь государства настроена на что-то новое. То есть приходят новые лица, новые политики и инновации, в конце концов, там, вот как-то они вот нас посетили в этом году. Чем они выльются в оконцовке, ну, скорее всего, в краткосрочной перспективе мы не увидим. Думаю, вот по истечению, там, если мы говорим о мэре, вот сейчас как раз на слове мэр я хочу передать своему коллеге, но у нас с ним кардинально противоположное мнение. Я думаю, что по истечении пятилетки работы молодого мэра, не из команды, не из старой формации, можно будет оценить, насколько инновации либо изменяют жизнь к лучшему, либо все-таки, может быть, стоит прислушаться больше к консервативным прогнозам. Ну, как в присутствии Игоря Пуха мы всегда знаем, о чем пойдет речь, так совмещение в одной вселенной Александра Ухмановского и упоминание о мэре, в общем-то, дает нам вполне прогнозируемые результаты. Послушаем, что скажет политолог Александр Ухмановский. Бросьте вы, бросьте, господа. Знаете, вот когда, ну, Индика, вы получаете как раз, да, возмущение, почему же мы постоянно говорим про негатив. Вот это мне интересно. Наш народ, вот, он постоянно верит. Он постоянно верит в то, что вот надо верить, надо позитивно мыслить, и все будет хорошо. Это с одной стороны, хорошо для психики, вы не сходите с ума. Вот. С другой стороны, это очень опасно для вашего положения. Я всегда своим сотрудникам и на своих тренингах говорю о том, что вера иррациональна. Вы можете верить в то, что закона гравитации не существует, и сброситься с 16-этажного дома. Ваша вера абсолютно никак не повлияет на то, что закон всемирного тяготения существует априори, и вы разобьетесь. Наши прогнозы, мои, Владимира Борисовича и многих других специалистов, базируются на законах экономических, политических, социума, то есть социологических. Это не потому, что, ну, мы говорим какие-то негативные вещи, не потому, что мы плохие или мы так мыслим, а потому что, ребят, ну, так есть. И мы можем сколько угодно говорить о том, что что-то поменялось в стране. Нет. Это не так. Если мы проанализируем любого политика, особенно в политической системе, мы увидим, что нет, эти люди, которым, да, произошло обновление лиц, но вся система работает по тому же принципу. Мы по-прежнему имеем политиков, которые воруют. Мы по-прежнему имеем некоторых патриотов, которые, попадая в систему, ничего не могут сделать, потому что система не разрушена. Да, мы успешно противостоим нашему северному соседу, который активно помогает нашим гадостям, вот этим всем. Но пока что ничего не поменялось. И если мы говорим... И самое страшное, что вера губит людей. Мы все верим, что вдруг что-то поменяется. Я чуть-чуть перетянул при времени. Вдруг поднимут нам, кто-то поднимет зарплату. Вот это излишняя социализация. Нужно каждому понять, что есть очень простой секрет выхода из вот нашего большого мрачного настоящего. Это первое. Перестаньте верить, что кто-то вам поможет. Никто вам ни хрена не сделает. Никакое государство, ничего. Есть только один путь, которым прошел весь Запад. Любая экономически успешная формация, любое успешное государство. Там люди были без всякой социальной помощи, без пособий, без пенсии, без ничего. Они жили на улицах, они умирали от голода. И выжили, и построили успешное государство. США, любая страна Европы, только на одном. Люди сами занимались своей судьбой. Больше работали, чтобы больше получать. Строили свой бизнес, чтобы платить по тарифам. Никто никогда ничего не просил у государства. Все делали сами. И пока наше население, наши горожане в том числе, не поймут, что нечего ни на кого рассчитывать, никто вам не даст эту пайку лишнюю, и не начнут повышать эффективность своего труда, открывать бизнес, крутиться, уходить от налогов, неважно, но крутиться. Вот до тех пор у нас ничего не поменяется. Спасибо. Прогнозы неутешительные, но зато, по крайней мере, честные. Я думаю, что самый раз подключиться трейдерам, которые тут пока одни у нас в тележках в супермаркете возят продукты к Новому году, и они, так понимаю, развозят акции, ну или разносят. По крайней мере, скажите, как на рынке, в том числе рынке ценных бумаг, отразится то, что происходит в стране вот сейчас, к концу этого года. А что самое интересное, как то, что происходит на рынке ценных бумаг, отразится на жизни каждого из нас, даже тех, кто понятия не имеет о том, что такое акции вообще. Пожалуйста. Добрый вечер. Ну, значит, на рынке ценных бумаг у нас очень интересное понятие. Если мы имеем мировые рынки в виду, то по большому счету, да, много отразится. То есть, опять-таки, Стоимость пшеницы, стабильность на эту пшеницу, да, она будет отражаться на нашем благосостоянии, на нашем бюджете и на наполнении этого бюджета. Скажем, если мы говорим о украинском фондовом рынке, то, ну, я уже и раньше говорил, и продолжаю говорить, что его сейчас пытаются вернуть, знаете как, вот ребенок родился, его пытаются назад вернуть, да, обратно, в зародыш. Вот точно так же сейчас и у нас на рынке происходит. То есть, по большому счету, из предприятий, которые у нас торговались, на рынке-то осталось всего 5-6 предприятий, которые можно покупать и продавать, которые действительно являются, ну, рабочими, да. Все остальное ушло. То есть рынок не интересен никому. Опять-таки нет нормального законодательства, нет нормального развития этого рынка, нет рекламы того же самого рынка. То есть у нас с 91-го года у нас, извините, рынок работает фондовый, но с 91-го года у нас на рынке не произошло первичного размещения ни одного в Украине. Вообще. Не существует. Такое, даже прецедента такого не существует. Поэтому, скажем так, рынок ценных бумаг останется пока что в том же состоянии, в каком есть. А мировые рынки и цены на мировых рынках, они будут влиять на Украину. И в том числе на тот же самый доллар. Почему? Потому что прогнозы о том, что доллар будет у нас стабилен, это хорошо. Но если доллар будет расти на мировом рынке, он в любом случае будет расти и у нас на территории Украины. То есть мы не оторваны от экономики, мы постоянно интегрируемся в мировую экономику и продолжаем интегрироваться. Поэтому мы очень сильно зависим от всех мировых веяний, которые сейчас у нас происходят. Спасибо. Ну, не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать, что эта тема вызовет живой интерес наших зрителей. И уже сейчас мы имеем звонок в студии. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Слушаю. Здравствуйте. Алло. Да-да, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос Пальку Андрею Николаевичу. Ну, задавайте. Вы понимаете, в чем дело? В этом году Николаев облтеплоэнерго не печатает ведомости по счетчикам, что мы платим, мы вот это самое, носим туда показания. И нам в прошлом году, каждый год печатали эти ведомости. Там и номер лицевого счета, и год, и все суммы. В этом году девочки сказали, что они ничего не печатают, потому что нету бумаги и поломанный принтер. И они не получают зарплату уже 3 месяца. Ответьте, пожалуйста, как это может быть такое? Отопительный сезон, это же не целый год печатать эти ведомости. И они это ничего не делают по вине директора Бородина бывшего. Спасибо. Алло. Спасибо. Я понимаю, что когда у нас на передаче либо представители ЖКХ, либо медицины, то все в эфире ставят себе диагнозы, все в эфире рассказывают о текущих крышах. Но, пожалуйста, все-таки придерживайтесь той темы, которую мы задали. Я понимаю, что вам очень хочется поговорить с Андреем Николаевичем Палько. Пожалуйста, позвоните к нам сюда, не выходите в эфир, оставьте ваш вопрос, обязательно с вашими контактными данными нашему режиссеру. Как только Андрей Николаевич выйдет, поверьте, ему никто не даст шага ступить от студии, ему вручат все записанные нашим режиссером вопросы, и он обязательно ответит на них на все, но только не в эфире. Андрей Николаевич, пожалуйста, раз уж вы так... Я могу пояснить немножко ситуацию. Действительно, облтепло в этом году, как никогда, попало в очень тяжелое экономическое положение дел. Связано это было с частым изменением руководителей, с теми событиями, которые сейчас крутятся вокруг этого предприятия. Ни для кого не секрет, что там открыты уголовные дела. Инкриминируется выведение средств и так далее и тому подобное. И действительно на протяжении нескольких месяцев люди не получали заработную плату. На следующий момент путем выделения средств с областного бюджета была закрыта заработная плата с апреля по август. И благодаря сейчас проплатам, которые введет наш Николаевский водоканал, должна быть погашена заработная плата с сентября по ноябрь месяц. Я думаю, что в этом плане немножко изменится ситуация. Буквально на днях был представлен новый временно исполняющий обязанности, которые представляли в коллективу предприятия. И я надеюсь, что эта череда и события негативные, которые ведутся вокруг этого предприятия, закончатся, потому что было очень тяжело готовить в этом году сети котельные к отопительному сезону, потому что предприятие не является городским. Но мы максимально старались помочь в этом плане. И как уже слышали, что город взял на себя инвестпрограмму «Облтепла», дабы люди получали платежки с указанием реального потребления тепла, а не по нормативу. А что касательно самих платежей, я думаю, вопрос это тоже решится в ближайшее время. На сегодняшний момент эти моменты тоже регулируются и пытаемся также для того, чтобы люди не получали своевременно с указанием начисления, субсидий, льгот и так далее и тому подобное. В этом, я думаю, будет вопрос решен в ближайшее время. Большое спасибо, но я все-таки хотел бы вернуться к теме нашей сегодняшней программы, и поскольку у нас достаточно много самых разных экспертов в самых разных областях, то я, в общем, напоминаю, что никто вас, господа, не лишал слова, господа и дамы. Если вы считаете нужным как-то дополнить, то вам, о чем мы говорим, вам совсем не нужно ждать какой-то специальной очереди или специальной отмашки, и, пожалуйста, скажите, и мы дадим вам возможность высказаться. И вот уже, пожалуйста, слушаем. Добрый день, дорогие друзья, дорогие зрители. Я просмотрел этот ролик, который нам был показан, услышал мнение экспертов и наших приглашенных. И хотел сказать, что есть такая фраза, знаете, как в компании говорят, что лучше сидеть и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять все сомнения. Так вот, это и к политике. На этот год, который прошел, у меня почти не было сомнений, кто есть кто. Но вот уже сейчас декабрь, он завершается, и для меня уже ясно абсолютно полностью все игроки, как на шахматной доске, кто пешки, кто слоны, а кто ферзи. И, к сожалению, вынужден вторить о том, что 16-й год был это не очень хороший год. И с точки зрения как политики, так и экономики. И то иллюзорный позитив, который был сказан о том, что бывало и хуже, там, в 15-й, допустим, сравнивают, и могло быть хуже в 16-м, я думаю, довольно-таки сомнительный позитив. И все это говорит о чем? О том, что 17-й год в будущем у нас с этими игроками уже за это время вряд ли что-то изменится, хотя в нашей стране может быть всякое, но я думаю, что все-таки у нас не будет такого красочного позитива. И хорошее будет только в одном. Все-таки я хочу сказать, что это позитивное, это на фоне черных красок. Мы думаю, что в 2017 году, в конце концов, достигнем того дна, который вообще положен Украине. Это хорошая новость. Почему? Потому что достигнув дна, мы в конце концов сможем оттолкнуться и пойти вверх. Вы знаете, я недавно тут проходил эту процедуру, мне сказали, да тут робот скажет, задержите дыхание, так вот вы его не слушаете, потому что там такие паузы, что никто их не выдерживает, вы продолжаете дышать. Это к вопросу о том, что мы уже которую передачу подряд говорим о том, что вот мы скоро достигнем дна, потом оттолкнемся и так далее, я не уверен, что нам всем хватит воздуха. Андрей, пожалуйста. Я хочу несколько оппонировать предыдущему оратору. Смотрите, какая интересная история произошла. Ну, что произошло в 2016 году? Худо-бедно прошла реформа полиции. Она не закончена, понятно, она сырая и так далее. Но личное мое восприятие, мне приятно общаться с этими людьми. Если раньше гаишник для меня это был такой, какой-то, ну, прообраз того, какого-то хама, то эти хоть вежливые. Это раз. Второе. Кто не понял, для чего сделано е-декларирование, можно, ну, я хочу рассказать. Для того, чтобы деньги вывести из тени, нужно, это декларирование и предназначено. Это тоже какой-то шаг. Что с этим сделают в конце, это второй вопрос. Но шаг тактически и стратегически верен. Поэтому позитив тоже был. Сказать, что мы достигли дна, ну в чем мы дна достигли? В политике. Ну хорошо, давайте так. Вот у нас среди нас много экономистов, да, которые отлично понимают, что такое тренд. Да? Если год был предыдущий хуже, этот лучше, то тренд у нас возрастающий. Если, ну, я что-то в этом понимаю, да. Поэтому говорить о том, что мы идем ко дну, ну, я бы, наверное, так не сказал. Я, например, очень большие надежды возлагаю, что новый премьер, ну, как бы отыграет то, для чего его поставили. Ну, как это будет выглядеть, я не знаю, но как бы надежды большие. Мне, например, понравилось то, вот в 2014 году я был в Венеции, мне понравился этот город, который был видоизменен при этом мэре. Как он себя поведет как премьер, ну, власть портит людей, конечно. Будем надеяться, что это не произойдет. Спасибо. Дисциплинированная реплика по вопросу, потому что так может показаться странным, но по стечению обстоятельств я довольно компетентный человек в вопросах полиции и реформы здесь, так как 23 года проработал в этой системе и большую часть проработал в сфере экономики, как раз выявляя экономические преступления, расследуя их и так далее. Хочу сказать, что и хотел бы согласиться с вами по поводу реформы полиции. На самом деле реформы полиции как таковой не произошло. Произошла реформа одной из 26 или 30 подразделений, которые мы называем сейчас патрульная полиция. И год назад как раз у нас в Николаеве как раз они выпустились. Это было самое замечательное, и я всем говорю, это единственная со всех реформ, которая во всех сферах, кто реально была сделана, реально позитивно и работающая, и она видна еще, это тоже немаловажно. К сожалению, даже вот сейчас мы говорим, уже год прошел, не по вине этих ребят, я очень хорошо к ним отношусь, не только потому, что я их обучал, вот, а на самом деле это реально, я с вами сложусь, как они сейчас ведут, но руководство, которое ставится, некомпетентное, от этого страдает очень многие, любое подразделение, любое министерство, когда большой, с пирамиды и замами идут люди, которые не имеют к этому никакого отношения. К сожалению, мы идем в спад, и даже по этой хорошей позитивной реформе. Спасибо. Нас очень внимательно смотрят и уже задают вопросы, а почему представитель бизнес-лиги, что где, когда Олена Демидова до сих пор молчит. Так что, Лена, вам сейчас слово после Сергея Шульгана, который, я так понимаю, хочет по ходу дела. Да, я хотел дополнить. Вы пока выдумываете ответ, у вас есть как раз минута. Я хотел дополнить один момент, значит, по поводу тренда. Одно уточнение. Все-таки это каждый последующий минимум, максимум у нас должен быть выше, чем предыдущий. А сейчас мы видим наоборот. У нас каждый минимум глубже, глубже и глубже. То есть поэтому тренд у нас явно не позитивный. Это раз. А во-вторых, есть очень простая и хорошая оценка. Во всем мире всегда оценивается благосостояние и экономика. Очень хорошо. Есть такой индекс потребительского доверия. У нас в Украине он не исследуется на самом деле, но просто вот даже по опросам, я просто посмотрел, кто за, кто против, да, индекс потребительского доверия не говорит о том, что у нас какие-то положительные изменения сейчас происходят. Вот. То есть, по крайней мере, ощущение улучшения не наступает для населения. То есть, это самый главный показатель. Спасибо. Мы как-то очень мрачно обо всем говорим, ну вот... Просто у нас сегодня целых две прекрасных дамы, я полагаю, что они все-таки уже включатся в разговор, но коль скоро прям даже публика требует, и может быть вы как-то с женским взглядом увидите что-нибудь позитивное, а то уже вот сколько, 40 минут говорим, и все о плохом. Пожалуйста. Здравствуйте. Мне вообще, в принципе, я жду просто своего времени и своего сюжета для того, чтобы рассказать тоже не о очень хорошем, потому что, к сожалению, тренды в сфере информационной безопасности можно описать так. Все плохо и будет еще хуже. К сожалению, так. Но у меня есть вопрос к Сергею. Вот как раз по поводу реформ в полиции. У нас, как вы знаете, в 2015-м запустили киберполицию, которая должна бороться с теми самыми преступлениями в информационной сфере. Я изучала по этому поводу интервью главы киберполиции. И меня несколько смутил такой момент. Он рассказывал о статистических данных. Например, что в 2014 году ущерб от киберпреступлений составил 39 миллионов гривен, в 2015 – 10 миллионов, и за 8 месяцев 2016 более 27 миллионов гривен. Ну ладно, хорошо, я не знаю, может быть, испугались киберпреступники запуска киберполиции и в 2015 году притихли. Но буквально в соседнем интервью, данном РБК «Украина», тот же самый глава киберполиции говорит нам, что потери банков, вернее не банков, а потери от мошенничеств с карточками платежными составили 500 миллионов гривен. Вроде бы как... Это одна из составляющих киберпреступлений. Получается, у нас весь ущерб за 2015 год 10 миллионов, а ущерб от мошенничеств с карточками 500. Как такое может получиться? Ну, Сергей, я хочу сразу нашим зрителям сказать, что Сергей не действующий офицер полиции, поэтому, в общем-то, он может просто прокомментировать с точки зрения своего милицейского опыта, но все-таки не стоит его делать ответственным за все, что происходит в сегодняшней полиции. Я думаю, очень довольно-таки корректно был задан вопрос. Нет, я на самом деле для зрителей, потому что я думаю, что вслед за звонками Андрею Палько пойдут звонки Сергею Стужуку. Да, я полковник МВД в отставке, 1,5 года занимаюсь, как уже известно, образовательными проектами, курсом личной безопасности, корпоративной безопасности. Ну, безопасность, понимаем, что этот вопрос сегодня архиважный. А говоря по сути вопроса, чтобы не затягивать время, хочу сказать, что работая 7 лет замначальником управления по борьбе с экономической преступностью, я отвечал еще и за вопрос аналитики. Вот. И все присутствующие здесь, думаю, согласятся со мной, что человек, владеющий разными цифрами, чтобы показать свою работу в позитиве, прекрасно сможет жонглировать этими цифрами и в любом моменте показать. Как видите сейчас, мы уже, оказывается, для меня было удивительно, что в нашей стране, оказывается, все хорошо. У нас есть позитивные тренды. Раз, два, три и все. И, честно говоря, сидя перед телевизором, я, если бы не обладал бы какими-то знаниями, мне было бы убедительно. Я бы посчитал, что все хорошо. Вот. Поэтому я вам хочу сказать, что тяжело сейчас делать вывод из разного рода цифр, тем более, как говорите, по поводу карточек, ущерба и так далее и тому подобное. Реально, киберпреступность, отдельное подразделение должны быть, хотя они были еще до этой реформы созданы. Их просто переподчинили напрямую. А само по себе, если уже коснулись того, что у нас практически все креативные, назовем так, подразделения переподчинили наверх, на министерство, и уже нынешний начальник управления полиции практически без рук. В данном случае, я считаю, во многом случае, это негатив. И то, что случилось в Княжичах, это как раз тот ситуация, когда тяжело координировать действия в одном отдельно взятой области разных подразделений. Спасибо. Ну, у нас в качестве группы на разогреве прекрасно выступили эксперты. Теперь тяжелая артиллерия готова взять слово. Наши гости уже вступают в игру. Алексей Владимирович, я понимаю, что вы приехали из Кривого озера не для того, чтобы всю передачу прокивать с умным видом, поэтому думайте о том, где вы включитесь. Владимир Борисович начинает. По мнению аналитиков рисков Госдепа США, третья угроза связана по опасности для Америки, крупнейшей экономики державы, связана именно кибератаки на инфраструктуру. Если первое – это развитие стосунков Российской Федерации с НАТО, агрессия. Вторая – это, возможно, ядерная угроза со стороны Северной Кореи. А третье – это все-таки информационные атаки. То есть, поэтому совершенно верно, вот эта тема, которая вот сейчас вот показала, что, наверное, все-таки, если верить, не верить, а то, что мы слышим, спасение нашей информационной сети с каждого гаджета зависит, наверное, от самих себя. Ирина, то есть что остается нам делать? Потому что на киберпреступность со стороны киберполиции, наверное, отношения могут быть не такими благопристойными, как нам хотелось. Ну, вы элегантно подводите к вашей любимой теме о безопасности, но все-таки давайте сначала поговорим о вещах более насущных, потому что зрители мне уже пишут, что мы слишком увлеклись теоретизированием. И я думаю, что Алексею Владимировичу, который, как я уже говорил, с одной стороны чиновник очень высокого ранга, глава Кривоозерской администрации, с другой экономист, ну, я думаю, как раз вот и соединить... впрячь в одну телегу коня и трепетную лань, потому что, наверное, вам, безусловно, важно то, что происходило с казначейством, когда его у нас вывели из строя и так далее, но вы все-таки достаточно близко понимаете проблемы тех людей, которым на самом деле глубоко все равно, что там с казначейством происходит, какие там кибератаки на современные гаджеты предпринимаются, потому что не только те, кто, о ком писали наши зрители, собираются в супермаркетах, чтобы набить тележки сверху, но есть и другие, те, кто, наверное, особенно близко воспринимает слова наших экспертов о том, что все совсем не так хорошо, как могло бы быть. Ну, может быть, на самом деле все не так плохо, как кажется. Ви знаєте, як ви кажете, слухати, але приємно слухати тих людей, які певною мірою є опонентами, але все одно є однодумцями. Бо те, що ми песимісти, знаєте, як кажете, песиміст – це проінформований оптиміст. І тут є досить проінформовані люди, тому у нас і такий погляд в цій ситуації склався. Знаєте, колись я починав в 98-му році займатися кандидатською дисертацією, то тоді був трохи такий економічний підйом і дуже такий серйозний, дійсно, маститі вчені, була дискусія певна в той час в Україні, який у нас є розвиток інвестиційно-інноваційний на той час, або інноваційно-інвестиційний. Такі списи ламалися в економічній науці по цьому питанні. І мене тоді молодого людину, який економіст, який закінчив вуз, я намагався сказати, як ми можемо тут такі теоретизувати в цьому плані, якщо економіка порівняно навіть неефективна радянська економіка рухнула в 10 разів, і потім від тих 10%, що осталось, піднялось там на 7 чи на 5%, і ми порівнюємо ці 7-5% з тими трендами, що є в світі, в Європі, і починаємо розказувати, як ми почали швидко розвиватися. Так от в цій ситуації наша проінформованість дає розуміння того, як це наш глибина дна і все інше, розумієте? Аби ми чекаємо, коли ми досягнемо цього дна, але у нас таке враження, що інколи ми всіми зусиллями намагалися іще більше прокопати, щоб тільки не досягнути цього дна. Якщо ми почнемо вибиратися, кожен на своєму рівні, я абсолютно згоден з тими аспектами, які кажуть, ми повинні зрозуміти, що ні прем'єр, ні президент не приїде в Кривоозерський район і не перекопає нікому город. Він це на державному рівні повинні забезпечити стабільність державі і ті тренди економічні, які дозволять людині заробити собі на життя. Та людина, яка хоче більше заробити, і людина не повинна дивитися там на якісь великі наукові спостереження, її стабільність, її перспектива, це її розвиток, її особистого невеличкого більшого бізнесу, підприємства, в якому вона працює. І коли вона не бачить цієї стабільності на місці, як би ми не розказували про великі досягнення, не буде у нас її довіри. А коли вона має довіру конкретно і бачить ці результати, тоді і буде довіра на національному рівні. В цьому плані, розумієте, як от я з одного боку науковець теоретик, з іншого плану мені просто так доля посміхнулася, що дає можливість чомусь реалізувати на практиці. На рівні району, на рівні тих людей, які живуть в селі, і ми просто можемо спостерігати, розумієте, як зараз мені всі питають, ви там сніг засипав, як ви доїхали, 230 кілометрів, всі друзі там спитали про це. Але в чому проблема? Ми цього снігу чекали, тому що на зимі можуть повимерзати. Випало це 5-7 сантиметрів снігу, він пав без вітру, він спокійно, дорогу ми прочистили, у нас немає проблеми з цією дорогою, розумієте? Тобто, якщо б ми чекали, щоб снігу не було до весни, або зверталися до президента, чому у нас не розчищена дорога, тоді у нас було б в цьому плані проблема. В цій ситуації, мені може, знаєте, у нас дійсно такі високі моменти обговорюються. В цьому році, я так проїздив по школу, в мене було 7 шкіл на території району, в яких не було внутрішніх туалетів. Колеги, у нас 21-е сторіччя, у нас кібербезпека. Кажу, що ми будемо робити в цій ситуації? Володимиріч, не беріться, скільки, ми виділили 200 тисяч на 2 туалети, тобто на 7, це буде ще скільки-то тисяч. Задаю просте питання своїм освітянам. Ви отримуєте зарплату 3-4 тисячі гривень. Хто з вас може побудувати чи відремонтувати туалет за 100 тисяч? Це значить, ви повинні там десятиріччями не їсти, не пити, тільки вдома ми робимо такий ремонт за значно менше ціни, правильно чи ні? Значить, давайте думати, як ми здійснимо це для наших дітей. Ніхто мені не вірив, що можна це зробити там за 2 місяці. Я людям пояснив, я не буду ремонтувати по черзі 5 чи 7 туалетів. Я їх пускаю одночасно. Ми за бюджетні кошти купуємо все від шурупа до всієї сантехніки. На роботи залучаємо батьків. Там, де за роботи треба платити, спонсорі хай їх оплачують, але нам треба вирішити питання те, що є. В районі закрите це питання, залишилися 2, я думаю, що за сезон ми їх закриємо, просто там іншими питаннями. Далі, мені в цьому році в районі вимагали на ремонт дорог 3 мільйони я повинен був витратити з районного бюджету і 1,5 мільйона повинно було державного бюджету. Мій невеличкий досвід. Ремонт автодора краде в середньому від 70 до 80%, більше половини – це 100%. 2 дні я сидів на засіданні нашої обласної сесії обласної ради, які казали, що проблема з нашими дорогами – недостатньо коштів. Жоден з виступаючих не сказав, крадуть і неякісно роблять. Коли мені сказали, ми поставили умову, будете робити так, як ми пропонуємо, ми дамо це фінансування. Наша пропозиція дуже проста. У тій світовій тенденції – приватні підрядники, конкуренція, якість, прозорість. Якщо ви нам кажете тікер через райавтодор, логіка дуже проста. Значить, фермери, сільський бюджет, селищний, районний, державний, обласний зрібаються, потім розкрадаються. Да? Ну, на нас не дуже влаштовують ці гроші, у нас їх не дуже багато, тому ми на цю схему не згодні працювати, оскільки розкрадає їх хтось, а відповідати, і людям потім в очі дивитися нам приходиться. Тим більше, зараз всі розказуємо, як у нас все погано. Якщо б ми наші автодори ремонтували дороги і в цьому році, да? Тобто я з такою цікавістю подивився оце виїзне засідання комітету, я хоч нарешті дізнався, скільки у нас грошей було виділено. Бо спочатку сказали 100 мільйонів, потім сказали 500 мільйонів, нарешті казали, що 714 мільйонів можна було витратити в цьому році на ремонт доріг в Миколаївській області. Так от, якщо б ми їх поремонтували за тією схемою, що була, ми б мали б ті самі дороги, які б розвалилися весною, але ці гроші просто, ну, елементарно, там більшу частину їх розікрали. Фактично, те, що у нас не вийшло їх так от відремонтувати таким шляхом, ну, вважайте, що ми їх зекономили. Тобто, після того, як там, ну, не намагалися нас притиснути в цьому плані. Ми делегували з цих 3 мільйонів, що були готові на таку схему з райавтодорами, тільки 240 тисяч. Сьогодні я підписав документи, що вони повертаються з казначейства назад в районний бюджет. Я задоволений, що навіть цього ми не втратили. Але, зекономивши ці гроші, ми одну, ну, з ДФРР школу одну перевели на електроопалення, одну школу з районного бюджету за ці гроші купили котли нові. Значить, іще 3 школи губернатор гроші свої депутатські перевели, теж на нові котли поставили, 3 садика. І фактична економія навіть зараз, виходить, економія пального цього вугілля в 2 рази йде. Тобто це ще морози не прийшли, да, буде, але буде все одно 20-30% – це значна економія. І ті школи, які кажуть, там десятиріччями було холодно, зараз люди ходять роздягнені. Питання – чи будемо ми очікувати, коли хтось нас прийде, там це зробить за нас, чи ми самі це можемо зробити? Відповідно, те саме можна робити з дорогами, те саме можна робити з іншими сферами. В минулому році чи в позаминулому у нас відбуваються місцеві вибори. Приходить нам субвенція на бюджет на проведення виборів, 1,5 мільйона. І я говорю, дивіться, ми можемо зекономити ці гроші, ну, приблизно там 2 третини, чи третину зекономити. Мені спокійно говорить, Олексій Мірошниченко, а за ніщо ми їх будемо зекономити? Якщо ми їх зекономимо, вони обратно в бюджет підуть назад. Або ті люди, що працюють в комісіях, ви зекономите на друці бюлетені, вони отримують собі премії. Тобто, ну, все одно. Так от, механізм цієї децентралізації, що зараз вводиться, тобто саме в першу чергу не територіальний, а фінансовий, він чітко каже, що хочеш щось отримати, роби, працюй, збирай податки і ефективно їх використовуй. Інакше, ну, іншого шляху, я думаю, що це світове, ну, якби, не те, що досвід, це просто елементарне правило гри там в футбол. Хочеш грати в футбол, ти будеш грати по цих правилах. Якщо ти не порушуєш правила, це якась інша гра. Якщо хочемо ми працювати успішно в економіці, є світовий, якби, досвід, і ми повинні працювати саме за ним. Дякую. Василь Володимирович тільки казав про туалети, що, здавалося б, ну, саме час передати слово представнику ЖКХ Андрію Миколаївичу. Втім, я так розумію, що Олена Демидова хоче сказати, що відтепер у Кривому озері у теплих туалетах діти зможуть посидіти зі своїми гаджетами і не турбуватися про комп'ютерну безпеку. А ще у нас є дзвінок глядача, тому, будь ласка, шановні глядачі, почекайте буквально 2 хвилини, поки Олена скаже те, що хотіла сказати про кібербезпеку та теплі туалети. Як це поєднується, а потім обов'язково дамо вам слово. Будь ласка. Я хотіла просто уточнити. Може бути, уважаємих гостей або телезрителей смущають такі слова, як кибербезопасность, информационные преступления. Я хочу немножко пояснить, что, почему это может касаться вообще каждого вот, из присутствующих в студии, из смотрящих телевизор. Что такое киберпреступление? Это, в принципе, вот, любая атака на ваш компьютер, на вашу почту электронную, на вашу социальную сеть. По статистике 2/3 человек так или иначе подвергались этим самым кибератакам. Поэтому даже в селе, насколько я знаю, сейчас достаточно хороший интернет. Практически у каждого и школьника, и взрослого есть телефоны, планшеты, компьютеры, через которые они в этот интернет заходят. Поэтому проблема достаточно широкая и касается не только сайта казначейства или там Министерства обороны, которые уронили, Госдепа США, который боится кибератак. Она касается на самом деле каждого гражданина, который выходил, выходит или планирует выходить в интернет. Спасибо. Я, кстати, хочу сказать, что Алексей Владимирович просто так подробно рассказал о специальных рецептах выхода из кризиса, что я так понимаю, что, по крайней мере, в одном отдельно взятом Кривоозерском районе уже успели оттолкнуться от дна, и не просто стремительно всплывает, а еще немного и покажется голова на поверхности. Мы просто домогаемся брахтати, чтобы пока не вступит в силу новый налоговый кодекс. Ну вот, тогда давайте послушаем нашего зрителя, а потом поговорим и о налоговом кодексе, и обо всем остальном. А то зрители пишут, что нас на самом деле как-то так швыряет из стороны в сторону, от туалетов к компьютерам. Давайте послушаем. Спасибо. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос к Палько. Первый вопрос я хочу задать. Скажите, пожалуйста, амульная установка счетчиков какими-то людьми приезжают и говорят, мы будем устанавливать газовый общий счетчик. Кто контролирует, кто их направляет? Никому никаких документов нету. И второе, скажите, пожалуйста, организация, которая выставляет нам платежки за коммунальные услуги, особенно за отопление, что это за организация? Кем она узаконена? Или имеет ли она право без употребляемых гекокалорий в доме на столе счетчик выставлять нам огульные, такие цены неподъемные нас? Спасибо. Я вас слушаю. Спасибо вам, Андрей Николаевич. У вас сегодня просто какая-то выездная приемная в прямом эфире. Пожалуйста. По первому вопросу касательно газовых счетчиков, это выполнение постановления Кабинета Министров Украины, в котором говорится, что приборы должны быть установлены на домах газовые. И в рамках субвенции по линии НКРЕ идет установка газовых приборов на дом целиком. Хочу напомнить, что раньше было у нас 3 очереди в установке газовых приборов установлено НКРЕ. Это первая очередь, это были дома, в которых есть АГВ. Вторая очередь – это дома, где есть газовые колонки и газовые плиты. И третья очередь – это есть только газовая плита. Первая, вторая очередь прошли с установкой индивидуально. Когда коснулись, посмотрели, какое количество необходимо поставить счетчиков индивидуально, посчитали, что это слишком дорого и решили поставить на дома целиком. Категорически это не устраивает людей, категорически это не устраивает городские власти, потому что это… Ну, очень как-то некорректно происходит, потому что здесь должно быть какое-то коллективное мнение, кто больше потребил, кто меньше потребил, как это распределить между людьми, между соседями, как бы нету такого понимания четкого. Ну, говорят, ну, если вы хотите, поставьте счетчик и будете платить индивидуально. Ни много ни мало по расценкам, которые там выставляют людям, ну, это 4-6 тысяч гривен. Сумма довольно приличная, как на меня. Даже, я думаю, считаю, что где-то очень даже необоснованная. Поэтому здесь вопрос городским и областным властям нету. Это вопрос идет по линии НКРЕ. На следующий момент депутатский корпус очень обеспокоен этим вопросом, пытается найти компромиссное решение. Буквально позавчера состоялась комиссия жилищно-коммунального хозяйства по этому вопросу, по поиску вариантов, если государство не изменяет эту политику, хотя были обращения. Поэтому довольно еще много чего стоит сделать для того, чтобы это сделать, либо удешевить, либо как-то подсобить, для того, чтобы это шло на паритетных условиях. Пусть даже это будет городской бюджет и жителей. Что касается второго вопроса по выставлению счетов, то выставляют счета непосредственно исполнители услуг. То есть если за тепло, за водопровод, за газ, за квартирную плату выставляют непосредственно исполнители услуги. ЖЭК, облтеп и прочее. Выполняют функцию посредника где-то для удобства работы. Частные предприятия, которые принимают счета, которые выставляют исполнители услуг, их накладывают соответствующие информационные извещения и передают человеку, в котором просто скомпонованы услуги с нескольких организаций. И человек по этой квитанции может проплатить. Но саму функцию выставления счетов они не выполняют. Они только являются посредниками в передаче информации от исполнителя услуг потребителю. Поэтому то, что вам выставляют непосредственно исполнитель услуг. Спасибо. Зрители комментируют нашу программу и вот задают вопрос. Вопрос в известной степени риторический, но я думаю, что после того, как пройдет сюжет, мы его так как бы соберем в кучу и вопросы, и попытку ответа на него в этом сюжете, и, возможно, подключаться наши гости и эксперты. Итак, вопрос. Это зрадач или перемога? Наконец-то мы начали экономить и заниматься энергоэффективностью. Потребление газа в Украине за 7 месяцев 2016 года сократилось на 10,9%. Вот что это такое, я думаю, наши эксперты и гости подумают, а мы сейчас посмотрим сюжет о том, что же у нас происходит с тарифами, и тогда, думаю, что Андрей Николаевич сможет рассказывать не только о платежках и о том, кому платят или не платят зарплату в облтеплокоммунэнерго. Смотрим сюжет. Підвищення з 1 липня вартості газу для теплокомуненерго спричинило зростання цін на опалення і гарячу воду в 2 рази. Від 30 до 60% залежно від регіону подорожчала холодна вода. З 1 вересня вчергове зросли тарифи на електроенергію. І все це, коли, за даними Держкомстату, в першому кварталі 2016 року реальні доходи населення, визначені з урахуванням цінового фактору, впали на 15%. 3 липня в своєму інтерв'ю голова уряду Володимир Гройсман заявив, що громадяни не будуть платити більше 15-20% від власного доходу. Якщо у людини мінімальна пенсія, то ще менше. Це буде означати, що конкретному громадянину, який має таку потребу, держава компенсує витрати через механізм субсидій. Але той, у кого є гроші, заплатить повну ціну. Я думаю, що всі способи вже були випробовані коли тарифи були необґрунтовано низькими, коли люди не бачили, які сотні мільярдів компенсувалися за ці тарифи, коли тарифи, чи ціни на газ, які були встановлені для українських громадян, були різними, це давало величезні можливості для зловживань, для корупції і для, власне, серйозного збагачення. Підвищення тарифів, зокрема на газ, це свого роду відповідальне рішення українського уряду для того, щоб кожна людина, яка потребує захисту, отримувала саме цільову підтримку через механізм субсидій. Якщо ви зараз розумієте, що більше 15% є вартість комунальних послуг для вашої родини, зверніться, це елементарно, зверніться в соцзахист для того, щоб отримати без будь-яких перешкод субсидію. Тобто держава за вас, саме за вас заплатить тих, кого немає грошей. Ну чому ж держава має платити за багатих? Чому держава має платити за маєток в 500 квадратних метрів? 31 жовтня закінчився перерахунок вже призначених житлових субсидій на новий опалювальний сезон. Інформація про їх розмір визначена на основі сукупного доходу кожного окремого домогосподарства. І інформація про тарифи від наданих послуг відображена на платіжках за комунальні послуги, що громадяни отримали в листопаді. На думку Києва, обов'язковий платіж українців за комунальні послуги навіть менше, ніж у минулому опалювальному сезоні. З травня 2016 року зріс прожитковий мінімум до 1399 гривень, який входить в формулу розрахунку розміру субсидії. Загалом, чим менше доходи має сім'я, тим нижче будуть її витрати на комунальні послуги та більший розмір державної підтримки. Позитивною новиною для українців стало те, що з 1 січня 2017 року вдвічі збільшать мінімальну заробітну плату. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він також підкреслив, що це спільне рішення уряду, президента країни та парламентської коаліції. Ми з вами забезпечимо в країні двократне збільшення мінімальної заробітної плати. Це означає єдине, що з 1 січня 2017 року жоден громадянин України не буде отримувати менше, ніж 3200 гривень. В свою чергу президент України пообіцяв, що підвищення мінімалки жодним чином не вплине на податки. Я звернувся до уряду та парламенту вжити вичерпних заходів, щоб це рішення не підвищило жодного податку. Насамперед це стосується малого та середнього бізнесу. Це рішення стосується більш як 4 мільйонів працюючих українців, рівень оплати яких сьогодні складає 1450 гривень. Кажучи про підвищення рівня мінімальної заробітної плати, можна також зробити висновок, що це крок до детінізації тих самих мінімальних заробітних плат. Парадокс. У нас 26 мільйонів людей, які є працездатного віку. Зайнятих 16 мільйонів, 2 мільйони по методиці Міжнародної організації праці безробітних, де ще 8 знаходиться, ніхто не знає, жодна структура в Україні. Із 16 мільйонів зайнятих платить єдиний соціальний внесок 10 мільйонів. А із 10 мільйонів платників єдиного соціального внеску 4 мільйони платять з мінімальної заробітної плати. Підвищення ж мінімальної заробітної плати торкнеться 4 мільйонів українців, які сьогодні мають її отримувати. З них приблизно половина в бюджетній сфері. Українці з нетерпінням чекають не тільки новорічних свят, а й обіцяного покращення життя. Втім, ціни про це, мабуть, не знають, тому що зросли вони більш ніж на 10%. Отже, протягом цієї програми тут відбувалася дуже жвава дискусія. І, до речі, наші глядачі пишуть, що якось ми продовжуємо теоретизувати, вже 2 години нашого перебування в ефірі. І я думаю, що досить вже нашого цього теоретичного базису треба переходити до практичної надстройки. І, до речі, знову ж таки питають, а чому кандидат економічних наук Душейко ще не сказав свого вісового вагомого слова. Отже, будь ласка, Дмитро. Так, дякую за запрошення. Дякую за можливість висловитися. Значить, коли ми говорили про підсумки цього року, значить, є позитив. Однозначно в нас відбулася макроекономічна стабілізація. Тобто, скоріш за все, інфляція не перевищить 12%. Скоріш за все, буде зростання ВВП на пару відсотків. І, скоріш за все, ми збережемо нарешті в нашій території політичну стабільність. Ну, до Нового року залишилось не так багато. Але черговий рік ми отримали фактично рік втрати можливостей, те, про що ми вже говорили, і продовжуємо говорити. І насамперед втрата цих можливостей пов'язана з відсутністю принципової бюджетно-податкової реформи. Тому що зараз, послухавши нашого прем'єра, послухавши президента, в мене враження, що вони живуть в якихось ілюзіях щодо економіки. Так? Тому що замість системної реформи, яка передбачала суттєве зниження податків і процесу їх адміністрування, замість реформування пенсійного фонду, тому що це частина бюджетно-податкової реформи, замість реформування серйозної соціальної сфери, замість суттєвого скорочення функціоналу і обсягу держави. Тобто, фактично, уряд за підтримки президента і парламенту робить абсолютно популістський захід. Тобто, вони підвищують мінімальну заробітну плату. І при цьому заявляють, що це не буде мати ніяких негативних наслідків. Ну, очевидно, що це призведе, як мінімум, до зростання інфляції і продовження тінізації економіки. Тому що станом на минулий рік тільки визнана Кабміном тіньова економіка сягала 42%. Тобто, насправді ситуація може бути, я думаю, і гіршою, і наступного року оці 3200 дадуть, ну, мінімум 10% тіні додаткових і мінімум 2-3% інфляції. Дякую. Я боюсь, що більшість наших глядачів загубилася у цих цифрах, але, можливо, якщо є питання, то вони або напишуть, або ось прямо вже зараз спитають не про те, чому не там видають платіжки, а все ж таки щось по темі програми. Будь ласка, кажіть, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я Семенов. Есть эта задачка еще школьная. Одна труба втекает, другая вытекает. Значит, печечка газовая может пропустить 3-4 куба. У нее технически такие условия. И то, что здесь рассказывают там Палько и все прочие, начиная с Лазаренко, они на этой золотой курице уже заработали по 100 счетчиков можно поставить. Потому что применяют вот этот лозунг «централизованная горячая вода». 21 век. Все пользуются уже бойлерами. Причем здесь централизованная вода. Плюс еще по 2 человека считают поштучно людей. 2, 3, 5 человек. Да труба не может в газовой печке больше пропустить, чем оно есть. Гройсман, кстати, по теплу уже обдумал вопрос и сказал: собрали все, сделали среднюю. У кого счетчиков нет, ребят, вот мы по средней, давайте будем так платить. Ну, наверное, пора уже и по газу тут разобраться. А денег наворовали на этой централизованной воде уже столько, я говорю, что тут Хватит всем. Спасибо. Владимир Никитович Смирнов, наш постоянный зритель. И я думаю, что уже это на самом деле такой весомый мячик подали Владимиру Николаевичу. Кстати, у нас вот и Владимир Николаевчук, председатель СББ, который уже знает, как существовать в новых условиях. Вот давайте мы сейчас 15 минут поговорим о тарифах, о том, как это все, откуда берется, какие изменения у вас произошли, потому что, насколько я знаю, сейчас подомовые тарифы вроде бы наконец-то приняли, не раз об этом говорилось, но вроде бы сейчас, опять-таки, ваша это заслуга или просто это так обстоятельства сложились, потому что ОСМД сами себе эти тарифы считают. Вот что, в принципе, у нас в экономическом плане для каждого из жителей Николаева происходит с подачи ЖКХ. Пожалуйста. Что касательно тарифов и предыдущих ремарок, то горячее водоснабжение в городе Николаеве по сути отсутствует уже более чем 10 лет. Последние с 2014 года полностью прекратилось, потому что если еще хотя бы там где-то домов 300 подавала Николаевская ТЭС, то на сегодняшний момент и Николаевская ТЭС не подает. И опять же это связано с ценой на газ и с теми затратами, которые несут предприятия, поэтому говорить о централизованном горячем водоснабжении не приходится вообще априори. И остается вопрос действительно бойлера, электронагревателей и так далее и тому подобное. А что касается тарифов, то мы все прекрасно знаем, что вопрос тарифов всегда является политическим вопросом. На сегодняшний момент на местном уровне остался только по сути 3 тарифа. Это тариф на перевозки грузовые, пассажирские. Это вопрос тарифов на содержание жилого фонда. И третий это тариф на вывоз твердых бытовых отходов. По сути, 3 позиции, которые осталось в местном самоуправлении. И здесь, наверное, немножко тяжелее проводить вопросы, связанные с тарифами. Почему? Потому что депутаты и местное самоуправление намного ближе к горожанам, и как только попытка где-то привести к какому-то экономическому показателю, сразу становится вопрос политический. Как уже было сказано, опять стоит вопрос о том, чтобы все-таки выполнить решение, это постановление Кабинета Министров номер 869, это принятие поддомовых тарифов. И хочу сказать, что было несколько попыток это сделать, и опять это в областном центре сталкивалось с политическими какими-то нюансами. На сегодняшний момент были проработаны эти поддомовые тарифы, на сегодняшний момент они размещаются на сайте городского совета, можете люди ознакомиться с размером этих поддомовых тарифов, пойти к исполнителю услуг, уточнить почему и как, откуда это все берется. Это все доступно, это все возможно. Что касается СМД, то да, там немножко проще, потому что люди там устанавливают тариф самостоятельно. И хочу сказать, что в большинстве СМД люди, когда поработали, когда увидели реальное положение дел, уже не говоря о том, что в СМД является неприбыльной организацией, и они уже экономят только на самом налогообложении, они у себя повысили тариф больше, чем принятый по городу Николаеву. Потому что понимаю, что для того, чтобы нормально, качественно обслуживать дома, для того, чтобы качественно получать услугу, необходимо правильно сочетать экономику дома. Поэтому здесь нету ничего страшного, нету ничего такого крамольного. Есть возможность это все дело проверить, посмотреть, пощупать, проработать и, естественно, принять в том формате, в котором есть. Есть возможность, альтернатива СМД, есть возможность управляющей компании. То есть в сегодняшний момент закон позволяет и одну, и вторую, и третью форму. Поэтому двигаться вперед необходимо однозначно. Но, как правильно уже говорили в студии, никто, кроме нас самих, нам не поможет. Это уже показала вся вот практика деятельности. Я не 1 год уже работаю в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Я вижу разные подходы. Есть люди, которые принимают как должное о том, что что-то сделали, вы обязаны. А есть люди, которые говорят, вы нам сделаете вот это, и все, и нам вы больше не нужны. Вы нам помните в этом вопросе, говорят, мы дальше все сами разберемся. И они действительно разбираются и помогают. Поэтому задача власти здесь не подменять понятия, не подменять людей, не подменять собственников. Здесь задача власти помочь, направить, подсказать. но никак не заменять. Спасибо. У нас в студии достаточно частым гостем в последнее время, это очень приятно, стал мэр Вознесенска господин Луков. И вот он рассказывал о том, почему вот в Вознесенске все происходит не так, как в Николаеве. В частности, говорил о том, что они давно уже отказались вот от всяких вот этих централизованных отоплений и всего прочего. И поэтому у них совсем другие подходы, а поэтому и решается все по-другому. Ну, тут как бы ему оппонировали, у вас сколько многоэтажных домов, а у нас столько и так далее. Однако, мне кажется, что все-таки вопрос в выборе магистрального направления. И вот Алексей Владимирович уже, в принципе, начал говорить об этом в своем предыдущем выступлении. Если вы обещаете в 3 минуты уложиться, то я с удовольствием дам вам слово. Я бы хотел сказать, розумієте, якщо б у нас колись оце гаряче водопостачання не рухнуло, а якось там жеврівають, як зараз теплопостачання, у нас з ним були б такі самі проблеми, як з теплопостачанням. Тоді воно зникло, і населення, в принципі, саме собі вирішило проблеми. Є технології, є бойлери, є електронагорючі, те, що ми казали. Розумієте, поки у нас є монополія на те, що є якісь централізовані системи постачають, вони будуть корумповані, вони будуть неефективні, вони будуть надавати послуги і політизовані будуть ці всі тарифи. Нам потрібно, ну, як мінімум, дати можливість населенню робити собі індивідуальне опалення. Зараз є технології газового індивідуального опалення і електричного індивідуального опалення, і тоді це вже буде певний рівень конкуренції. Коли це декілька там десяток, може, років тому було дозволено, люди собі відходили, і тоді вже є можливість, і тоді наші ці системи, вони починають ворушитися, бо вони розуміють, що вони втрачають клієнтів, вони втрачають гроші, людина платить тільки за енергоносій. Ви розумієте, у мене район взагалі немає газу. Тобто у нас із цим питанням, коли збирають питання там сезонні, якісь проблеми з газопостачанням, збирали в цьому році в обладміністрації. Обладміністрація не опалюється, Миколаїв ще не опалюється, нас збирали розказувати, як ми готуємося до опалювального сезону. У нас все опалюється, бо все індивідуально, розумієте? Да, може воно, якби в цьому плані там вугілля, дрова і все інше, але це вирішується. І зараз ці підходи виявилися більш енергоефективними, ніж ці от технології централізованого постачання. Тому в цих ситуаціях буде конкуренція, буде рух вперед. Не буде конкуренції, будемо ми так само шукати, населення шукати винних в комунальних системах, в органах місцевого самоврядування, а ми будемо від них оправдовувати, що, от ви розумієте, до всіх руки не доходять, тому що у нас тільки 2 руки і 1 голова. Дякую. Останнім часом досить часто можна зустріти такий мем вже про те, що в китайській мові слово «криза» позначається 2 іерогліфами – безпека, тобто небезпека та можливості. І я розумію, що для ОСМД це справді стало викликом, адже якби не усі ці закони, якби не необхідність щось вирішувати, напевно, важко було б людей переконати в тому, що щось треба змінювати в своєму житті. Але все ж таки сталося так, що стало необхідно щось змінювати. Хтось ще досі чекає, поки прийдуть настоящі буйні і стануть вожаками, хтось вже на себе примірив цю роль. Скажіть, ось Володимир Миколайчук, голова ОСМД у нас сьогодні в якості експерта. Ось все, про що кажуть розумні люди, але все ж таки керівники. Яке має відношення до вас, до пересічних громадян, до пересічних жителів ОСМД, членів ОСМД, жителів ось цих багатоповерхівок? Як це відбувається у вас через призму всього того, що казали в теоретичному і практичному плані? О, макроекономічному, будь ласка. На сьогоднішній день самая большая проблема, которая станет у ОСМД, якщо так кратко, з 1 января, це мінімалка новая. То есть это будет действительно проблема, люди столкнутся с тем, что либо придется идти на повышение тарифа, либо на урезание штатного расписания ОСМД, все равно оно в нем необходимо, как минимум есть председатель, бухгалтер, который ведет учет. Насчет макропоказателей, вот Андрей Николаевич упоминал тарифы, повышение их, звучала уже сегодня такая позиция в студии, что это была политика, то есть действительно я езжу по разным городам, я глава городской ассоциации, но я еще езжу для обмена опытом с другими главами ассоциаций в других областных центрах, и я вам хочу сказать, что у нас тариф один из самых низких, действительно он просто заполитизирован, то есть нету понятия там зрада, кто виноват в повышении на сегодняшний день, есть понятие экономическая обоснованность. То есть на сегодняшний день он экономически не обоснован, его нужно повышать. Для ОСМД, конечно, это будет толчком в определенном понятии, что тем же председателям будет легче объяснить, почему у нас тариф ОСМД чуть-чуть выше, чем в том же ЖЭКе, но при этом мы будем что-то за этот тариф делать. То есть, естественно, они выйдут либо на равный уровень, а скорее всего, если ЖЭКам придется пересчитать, а им придется пересчитать в январе из расчета новой минималки, то он выйдет еще у ЖЭКов на более высокий уровень, чем у СМД. И, естественно, у СМД будет проще объяснять это людям, почему мы живем с таким тарифом. Насчет тарифов, как принимается в ОСМД, конечно, принимаются они более, наверное, объективно для одного конкретно взятого дома, потому что считаются по годовой смете, то есть по всем необходимым расчетам на содержание дома и расходам на содержание дома, на конкретный дом, на конкретный год. И получается тот тариф, который нужен на содержание этого дома. И таким образом, вот мне интересно не столько чисто фактически, как это у вас происходит, сколько как поменялось, вот неоднократно, да, на программе, буквально с первых ее минут шла речь о том, что необходимо, чтобы люди наконец-то поняли, никто за них ничего не сделает. У меня в одной из наших программ просто поразил кадр, когда разбитые окна вот между этажами на площадках, и люди говорят: у нас тут холодно, ЖЭК ничего не делает. Ну, поменять эти окна, я думаю, так скинуться 4 квартирам, ну, это, как бы, в общем, вполне можно себе позволить. Но люди мерзнут, люди ждут, что к ним придут сделать, они готовы всю зиму просидеть с этими тянущими сквозняками через эти разбитые окна, но, в принципе, не сделать ничего самим. Я вот давно уже говорил, что, в принципе, вот психология бюджетников и ЧПшников, да, ну, или там просто предпринимателей, она отличается точно так же, как психология жителя частного дома и жителя многоэтажки. Вот вам приходится иметь дело с жителями многоэтажки, которые привыкли, что за них все придут и сделают. Так вот, в какой момент поменялось сознание и поменялось ли оно в принципе? И каково вам сейчас работать с людьми, которые уже, наверное, теперь не считают, что им все должны, а теперь считают, что, я же понимаю, каждый считает, что он заплатил больше, чем его сосед. Смотрите, ну, давайте сначала с общего. То есть, единственное, мы сейчас говорим здесь большинство на программе о негативных сторонах, что происходило там за последний год или годы. Ну, я хочу сказать из позитивного то, что все забывают указать. У нас зародилось гражданское общество, или, как, скажем, его зачатки. Все равно, да, из негативных, скажем так, факторов, то есть, скорее всего, фактором основным стала война, происходящая на территории Украины, и экономический кризис, социальный кризис. Но все равно появились те люди, которым стало не все равно. И они формируют вокруг себя таких же людей. Как это касается ОСМД, то есть тут было два фактора. Первое – это, естественно, принятие закона об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме, который заставил выбирать форму управления с 1 июля, либо создавать ОСМД, либо ждать конкурса от местного самоуправления по выбору вам управителя. Естественно, те, кто создали ОСМД, вот то, что вы говорите, что в ОСМД этот патерналистский, так называемый, принцип, что за тебя кто-то придет и что-то сделает, он очень быстро умирает. То есть, действительно, если грамотный председатель, если он хороший хозяйственник, если правление заинтересовано в развитии дома, то есть оно пользуется теми возможностями, которые им даются. То есть, либо пользуется тем бюджетом, который формируют, либо большая поддержка со стороны города. Есть программы 90/10 та же по софинансированию именно ОСМД. То есть, если человек грамотный, я имею в виду председатель, и он хороший хозяйственник, он этим пользуется, естественно, они будут быстрее намного решать те насущные вопросы в том доме, в котором они живут, чем, допустим, тот же ЖЭК, или ждать, пока за них что-то сделает, или появится такая возможность. То есть, в СМД, да, это происходит намного быстрее, сталкиваются с проблемами в процессе создания и становления ОСМД, это первые полгода до года. Потом, когда люди видят изменения, они сами, конечно, к ним стремятся, они понимают, что сделана колоссальная работа, которая не делалась годами. Спасибо. Андрей Острев с комментарием. И, наконец-то, Анна Масляна у нас подключается. Пожалуйста. Есть абсолютно потрясающая история, она звучала много раз здесь в этой студии, я просто сейчас слушал и решил ее напомнить для всех, может кто-то еще ее дополнительно услышит. Ярослав Захаренко, достаточно известный человек, который занимается ОСМД, в общем, была история такая. Ярослав принял участие в каком-то конкурсе, немецкий грант, всего 5 домов в Украине выиграли этот конкурс, и он победил на финансирование энергосанации сначала, а потом замены и окон там и всего-всего-всего. И, в общем, ситуация была такая, что должны были проверить все окна, и те, что не нужно, заменить. И вот один из людей, в общем, не проголосовало собрание. И вот один из мотиваторов, который вот, для меня это, наверное, будет притча, я еще буду рассказывать ее своим внукам. Один из людей подходит и говорит: а вот мне окна, если придется менять, мне их поменяют? Да, поменяют. Бесплатно. А кто мне деньги за старые вернет? Понимаете, вот я сочувствую всем председателям СНД, особенно у которых так вот получается. И возвращаясь опять же к гражданскому обществу, да, действительно у нас оно зарождено, но мы еще не готовы стать сами хозяевами того, что мы имеем. И очень многие люди вот инертно еще считают, что кто-то должен большой и сильный, и большой и умный управлять тем, даже той стеной, теми стенами, или точнее тем куском воздуха, который называется квартира. Спасибо. Ганна Масляна, экономист Николаев, Домсервис, а перед ней Андрей Палько, будь ласка. Я к этой же тематике хочу сказать, касательно СНД. Действительно, очень много сложностей в вопросах создания. Самое первое сложное время, как правильно сказал Владимир, это первые полгода. Почему? Потому что когда люди инициируют и создают СНД, им приходится в очень оперативном порядке понять, что это такое, как это все воспринимать, как это все строить и как это все управлять. При этом сталкиваясь с тем самым каким-то вот непониманием среди соседей, и говорят, а зачем оно тебе надо? Ну ты нормально жила там, или там нормально жил, зачем оно тебе надо, это головная боль? Или наоборот, а что ты там хочешь там что-то там себе там придумать или так далее и тому подобное. К сожалению, такое мнение бытует, но все равно не надо этого бояться. В каждом доме есть лидеры, есть активисты движения. И эти лидеры могут объединиться и повести вместе с собой людей, для того, чтобы совместно строить, заниматься с той проблематикой, которая есть, и это дает свои плоды. У меня примеры есть домов, которые почти из руин, старые дома 19 века спокойно, потихонечку, пользуясь городскими программами, государственными программами, европейскими программами, потихонечку вытягивали эти дома в отличное состояние. И здесь бояться не надо ничего. Городские власти максимально в рамках возможного помогут в этом вопросе. У нас, кстати, одна из самых лояльных программ поддержки СМД по Украине. У нас 10 на 90, если брать Одессу 30 на 70, если брать Киев 50 на 50, ну и так далее и тому подобное. На сегодняшний момент сделаны максимальные шаги в этом вопросе для помощи. И да, сложно, да, необходимо будет определенный кусок соли или там ложку соли съесть в этом плане. Но это дает свои плоды, реально дает плоды, потому что я сам живу в доме СМД, у меня таких проблем на сегодняшний момент нету. И окна заменены уже на металлопласт, и да, в доме доустроено, и так далее. Потому что вы директор департамента. Спасибо. Я наоборот стараюсь в этом не участвовать. Анна Маслина, пожалуйста. Добрый вечер. Я очень рада присоединиться к дискуссии. Я абсолютно согласна со всем, что было сегодня сказано, что мы действительно сами вершители своих судеб. Мы действительно должны многое делать для того, чтобы наша экономика стала лучше, стала эффективнее. И хотелось бы сказать, что да, действительно, направление ОСМД очень важно для нашего города, да и в целом для отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Но не во всех домах есть такие люди, которые готовы позвать за собой и готовы собрать под собой ассоциации, дома и так далее. И я хочу обратиться к тем людям, которые все-таки еще не могут или не хотят, или пока боятся объединяться в ОСМД. На сегодня действительно, как сказал Андрей Николаевич, рассчитаны подомовые тарифы, и они рассчитывались довольно долго, объективно. Была создана программистами расчетного информационного центра программка, которая, как на мой взгляд, довольно-таки объективно подходит индивидуально каждому дому, максимально учитывая все его отличия, особенности. И на сегодня, трудясь долго и нудно, мы получили, хоть и завышенный, вот как коллега сказал, с ОСМД тариф, но он абсолютно объективный. Я прошу людей набраться терпения и понять, что в нынешнем тарифе минимальная заработная плата заложена на уровне 627 гривен и 5 копеечек. На сегодня, с декабря, мы имеем зарплату 1600. Даже исходя из этого экономического показателя, можно сделать вывод, что по многим статьям тарифах, где 100% мы должны отдавать деньги нашим подрядчикам, это вывоз твердых бытовых отходов, это Облэнерго, то есть освещение мест общего пользования и освещение лифтов. Мы должны на сегодня 100% независимо о задолжниках отдавать эти деньги, и остается то, что аккумулируется у нас на счетах, остается мало для того, чтобы эффективно делать свою работу. Хочу обратиться к людям, чтобы они набрались терпения, достойно приняли тот тариф, с которым можно уже ознакомиться на сайте, и стали вместе с нами вершить то будущее, то настоящее будущее. Я надеюсь, что не дойдет до того самого дна, о котором сегодня говорили так много. Спасибо. Ну, достойно приняли тариф. Это звучит практически как достойно приняли удар судьбы. Владимир Борисович Евсеев хочет присоединиться, но я понимаю, что он так робко несколько раз пытался перейти к теме так любимой ему компьютерной безопасности, что самое время посмотреть сюжет на эту тему. В наш час невпинно зростає цінність інформації. Кожна потужна держава розвиває стратегію національної безпеки. Це протоколи, котрі визначають загальні принципи, пріоритетні цілі, завдання і механізми захисту життєво важливих інтересів суспільства і держави від зовнішніх та внутрішніх загроз. Велика Британія та Сполучені Штати відокремлюють 4 реальні загрози для себе – тероризм, військовий конфлікт, масштабна техногенна аварія та кібератака. Розвиток та переваги цифрового світу обумовили виникнення нових загроз національній та міжнародній безпеці. Нещодавня потужна кібератака на сервер Казначейства України на 5 днів паралізувала соціально значущий фінансовий ресурс країни. Був тимчасово заблокований 10-мільярдний фінансовий потік. Подготовка специалистов в этой области является первостепенной задачей нашего государства, как и любого другого государства. И, соответственно, задачи подготовки высококачественных специалистов, способных противостоять таким угрозам, и при этом угрозам не только с точки зрения сетевых атак, но угрозам с точки зрения и утечки акустической информации, утечки візуальної інформації, перехватів інформації по радіочастотним каналам. Будь-який об'єкт інформаційної діяльності повинен активно дотримуватися норм кібербезпеки. Захист інформації полягає у протидії спробам порушення конфіденційності. В Україні існують ліцензовані підприємства, які надають консультації з питань технічного захисту інформації та послуги супроводу в цій складній справі. Є такі підприємства і на Миколаївщині. Наша задача обнаруживать и локализовать закладные устройства, также измерять побочное электромагнитное излучение от устройств оргтехники. Наша продукция пользуется большим спросом как у нас в стране, так и за рубежом. В принципе, в этой продукции заинтересованы все лица, которые работают как с гостайной, так и с коммерческой тайной. Отже, основне, що потрібно пам'ятати – великий комп'ютер знає про вас все. Що стосується статистики, кіберзлочинів та прийомів захисту від них, дамо слово нашим експертам. Владимир Борисович, пожалуйста. Ну, с учетом того, что мы плавно приближаемся к финалу сегодняшней передачи, я хотел бы позитивную информацию выдать, наконец-то, о прогнозе на следующий год. Сначала о таких может быть, для кого-то знаковых, для кого-то трагических, но все-таки моментах, связанных с подорожанием табака и алкоголя. То есть однозначно в следующем году сигареты подорожают как минимум еще в 2 раза. Как минимум. Алкоголь подорожает тоже, соответственно, как минимум на 20%. Это по прогнозам на следующий год, по тем прогнозам поступления в бюджет, который делает Кабинет Министров. Вместе с тем есть еще дополнительные такие позитивные моменты. Наконец-то с полки достали закон о негосударственном пенсионном обеспечении. И невзирая на дыру в бюджет пенсионного обеспечения 150 миллиардов, мы четко понимаем, что альтернативы этому закону нет, потому что действительно пенсионный фонд банкрот уже много лет, только технически это не было объявлено. И вот со следующего года начинается второй этап негосударственной пенсионной программы, и молодежь определенной возрастной категории будет уже в обязательном порядке частично переводить деньги не только в солидарную систему, для того, чтобы содержать сегодняшних пенсионеров, но и накапливать себе на так называемую безбедную старость. Когда это произойдет в первом квартале, во втором или в третьем, пока еще говорить сложно, но это однозначно принято, уже достали из-под сукна, и начинается внедрение с 2017 года. Также один из тоже важнейших позитивов, то что у нас в следующем году начнет полноценно быть реализована страховая медицина. То есть то, за что достаточно давно мы все говорили, приходит к результату, и мы с вами понимаем, что приобретение медикаментов, оплата за услуги врачей, вызовы скорой помощи и так далее теперь будут оплачиваться и не с собственного кармана, а со страхового пая участника страхового медицинского обеспечения. Ну и совсем буквально две новости касаемо Николаевской области. Ну, во-первых, буквально вот ближайшая сессия областного совета, будем надеяться, утвердит в бюджете впервые 2-миллионную компенсацию по процентам, по кредитам для малого и среднего бизнеса. А это позволит увеличить количество реальных заемщиков среди малого и среднего бизнеса. Условия достаточно прозрачные и понятные, а это новые рабочие места, и это новые инновационные технологии, которые наконец-то могут быть реализованы и на территории, на которой мы с вами находимся. И последний момент. Буквально вчера я получил информацию от Европейского банка развития, реконструкции и развития, что в Николаеве, что закончили определение по конкурсу и по тендеру организация, которая в Николаеве будет их партнером. И поздравляю нас всех с тем, что с Нового года в Николаеве открывается один из 15 на Украине консультационных центров ЕБРР. А это значит, что представители малого и среднего бизнеса смогут получать грамотного уровня, европейского уровня консультаций и опять-таки возможности в последующем привлекать заемные ресурсы по расценкам, ну, отличающимся от сегодняшних. Уже сегодняшние находятся на уровне 25-35% годовых. При помощи компенсации, которая в ближайшее время будет реализована, эта процентная ставка уменьшится почти вдвое. Ну и мы рассчитываем, что деньги ЕБРР будут обходиться для нашего бизнеса еще дешевле. То есть вот такой позитивчик на 2017 год. Спасибо. Я так понял, что в полном соответствии со словами Высоцкого, кровь сосать решили погодить вкусное на третье. Все вкусное по поводу компьютерной безопасности Владимир Борисович решил отдать Елене Демидовой, поскольку она в начале программы сказала, что вообще пришла для того, чтобы поговорить исключительно об этом. Ну, для того, чтобы осмыслить ваше двухчасовое пребывание в нашей студии, пожалуйста, комментируйте сюжет. Спасибо. Киберпреступления составляют одно из 5 самых популярных в Украине финансовых преступлений в финансовой сфере. Примерно каждый украинец, который столкнулся с действиями кибермошенников, теряет где-то 4-5 тысяч гривен. Вот так вот просто, на ровном месте, столкнувшись с человеком, который хочет просто получить от него какую-то информацию. Соответственно, корпорации теряют значительно больше. И какие вот общемировые тренды были в 2016 году и что нас ожидает в этом смысле в 2017, я бы хотела немного так охватить. Ну, во-первых, как растет доля мобильных устройств, точно так же растет и количество всяких вирусов и троянов, эксплойтов, с помощью которых до этих устройств добираются мошенники. В соответствии с мировыми трендами киберпреступники выходят к глобализации и в то же время индивидуализации своего подхода. В первом случае они предпочитают вместо компьютеров одиночных атаковать сразу серверы, то есть почтовые серверы корпораций, базы данных, какие-то внутренние веб-приложения. И сразу, так сказать, бить по площадям, наносить максимальный ущерб, добираться до максимального количества информации. С другой стороны, они выбирают индивидуализацию, то есть подходят к каким-то определенным целевым персонам, к которым на компьютеры в их электронную почту пытаются добраться для того, чтобы либо выведать какую-то информацию, либо запустить туда своих зловредов. Одной из новинок стало активное использование так называемого интернета вещей. Кто не знает, это все вот умные приборы, которые подключены к интернету. Смарт-мобили, умный дом, какие-нибудь там умные часы. То есть все, что в принципе вы не считаете компьютером, но то, что имеет доступ к интернету, соответственно, оно также может быть заражено и использовано для доступа куда-то в доступные ему сети. Еще одной из новинок стало проникновение мошенников в сферу бесконтактных платежей. Как вы знаете, у нас они только начинают развиваться, да, там вот не надо проводить карточкой, не надо даже ее доставать, достаточно просто поднести куда-то кошелек. Мошенники тоже не сидят на месте и успешно осваивают способ снимать деньги с ваших бесконтактных карточек. Еще одна новинка 2016 года, вернее, это еще 2015 год, кража аутентификации через биометрические данные. Конкретно в 2015 году были похищены отпечатки пальцев 20 тысяч сотрудников, ни много ни мало, ФБР США. Так что даже в цитадели безопасности есть свои пробои. Ну и что нас ждет в следующем году? В этом плане. В этом плане мошенники будут становиться все хитрее. Программы, которые они применяют для атак, становятся самообучающимися. Выявить их действия становится сложнее. Соответственно, должна будет усложняться и система безопасности. Опять же, будет расти доля атак на смарт-гаджеты, на интернет вещей. С их же помощью будут пытаться пробиваться к облачным технологиям, если вы знаете, да, хранение информации в облаке, и интернет вещей, который имеет доступ к этому облаку, сможет помочь злоумышленникам туда добираться. Еще один момент, к которому приводит вот глобальная такая интернетизация и проведение сетей во все, куда только можно, это опасность так называемых интеллектуальных городов. Нам она, слава богу, еще не особо грозит, потому что с интеллектуальными городами у нас не очень. Но, тем не менее, кто, может быть, слышал, 23 ноября была атака успешная на Прикарпаття Облэнерго, которая оставила без света 80 тысяч домохозяйств. А всего-то какой-то из работников Прикарпаття Облэнерго скачал зараженный вирусом вордовский файл себе на компьютер. Вот. Соответственно, все это приведет к ужесточению идентификации, к разработке каких-то новых методов. Сейчас это что у нас? Пароль, в крайнем случае СМС на телефон. В будущем, скорее всего, будет идентификация через отпечатки пальцев, там какие-нибудь сканеры, сетчатки, дополнительные, может быть, еще что-то придумают, там, не знаю, боже, анализ крови. Что еще ждет нас? А ждет нас бум на рынке специалистов по информационной безопасности. Уже сейчас, в принципе, ощущается достаточно остро их нехватка, и чем больше будут корпорации, организации, целые страны пытаться выйти куда-то вот на информационный виртуальный рынок, тем больше им будет не хватать квалифицированных специалистов. Соответственно, хорошая новость, если вы не знаете еще, куда отправить учиться вашего ребенка, можете смело идти учиться, учить его на специалиста по информационной безопасности. Спасибо. Ну, на одной из недавних наших программ мы говорили о том, что Николаев уже сейчас стал столицей киберпреступности Украины, поэтому, в общем-то, я так понимаю, что у нас впереди большие перспективы, и уж в следующем году, по крайней мере, определенный сегмент нашего общества без работы не останется. А я вот мучительно выбираю, и думаю, что мне помогут наши гости. Эксперты, в общем-то, сегодня достаточно активно говорили, гости были у нас сравнительно немного многословный. Что лучше, посмотреть сейчас сюжет о децентрализации, и потом вы его прокомментируете, либо все-таки дать вам по 3 минуты для того, чтобы каждый из вас рассказал о том, что... До конца программы просто остается 13 минут. Рассказал о том, что вот, в общем-то, считал нужным рассказать, приходя на программу, но не получилось в силу такой вот нашей несколько разносторонней тематики. Вот даже Владимир Борисович пришел говорить о кибербезопасности, а вместо этого говорил о позитивных тенденциях, что ему вообще не свойственно, потому что вообще он у нас мрачный пророк. Итак, пожалуйста, слово за вами. Что будем делать? Говорить о децентрализации или говорить о том, что наболело? За сюжет посмотреть. За сюжет. Тогда давайте смотрим. Ну, молчание знак согласия. Можно, а? Я б, якщо можна, дав невеличку цитату з вашого дозволу. Будь ласка. Для мене колись було відкриття. Зараз, ну, знаєте, є військові дії, часто наші економічні негаразди перекладають на те, що йде війна, от війна потім закінчиться і буде краще. А з іншого боку, от ми цілий день, верніше, не цілий день, а під час передачі ми, в принципі, говоримо про безпеку, про економічну безпеку, про інформаційну безпеку, бо це різні галузі. Я б хотів зацитувати Шпєєра, да? Він був міністром промисловості нацистської Німеччини, з якою ми колись воювали. Да? Уже через полгода после моего вступления в должность во всех подведомственных отраслях мы добились значительного увеличения производства военной продукции. Производство танков в августе 1942-го возросло по сравнению с февралем на 25%, производство боеприпасов увеличилось чуть ли не вдвое. Если в 1941 году индекс общего объема производства вооружений составлял 98%, то к июлю 1944 года мы, несмотря на начало массированных воздушных налетов, смогли добиться рекордного показателя, он составил 322%. Я вибачаю за російську цитату, російськомовну, але якби проблема в чому? Незважаючи на ці проблеми, що існують в нашому суспільстві, потенціал і резерви у нас колосальні. І якщо ми просто перестанемо, кожна людина, ну, очікувати, уряд повинен робити свою справу. І в будь-якій демократичній країні населення незадоволене роботою свого уряду. Це тільки, вибачте, в авторитарних країнах всі моляться на президента, прем'єра, вішають їх країни і співають про них пісні. Коли ми зможемо, кожен на своєму місці, оці резерви посилити і їх ефективно використовувати, тоді країна зрушиться з міста. І знаєте, як мені дуже сподобалось, коли сказав, от подорожчає алкоголь, подорожчає табак, от я не палю і не вживаю алкоголю. Це якось так в житті склалося, і мене це просто не цікаво. Чим більше населення нашої країни буде не залежати від інформації про мінімальну заробітну плату і про субсидії, значить, це буде діагнозом того, що наша країна виздоровлює. Дякую. До речі, ви самі того не знаючи, дуже добре підвели до сюжету, який підготувала наша фахівець з децентралізації Марія Савіська. Вона навіть вже грамоту отримала, як людина, яка дуже добре висвітлює цю тему. Бо там також йдеться про те, що зараз самі громади, а що таке громада? Це люди, які входять до якоїсь територіальної одиниці, територіально-адміністративної одиниці. Вони можуть і мають, і повинні вирішувати свою долю. І це так само, як і з ОСМД. Звичайно, можна чекати, поки хтось прийде і зробить, а можна робити самому. Давайте подивимось. В рамках перспективного плану, затвердженого Кабінетом міністрів України, в Миколаївській області об'єдналися лише 2 громади. На виході 3-я – Снігурівська. Йдеться про Баштанську та Галициньевську, тільки вони можуть розраховувати на всі державні преференції. Вони повинні з 1 січня вже фінансуватись напряму, їм бюджет повинен, значить, затвердити Мінфін. Вони виходять на взаємовідносини з обласними управліннями, відділами, як міста обласного значення. І Галициньевська, те саме, які в перспективному плані, затвердженому Кабінетом міністрів, всі сільські ради підтримали і об'єдналися. На місцевому рівні до перспективного плану вже внесені певні правки. 7 грудня під час сесії депутати обласної ради затвердили зміни. Тепер справа за Кабінетом міністрів. Він має погодитись з іншим територіально-адміністративним поділом Миколаївської області. А для цього новостворені громади мають довести свою фінансову спроможність. Щоб вони доказали свою податкоспроможність. Ну, не може бути громада, яка б гола-боса і підперезана, об'єдналась тільки тому, що я, ну, до тебе відношусь з симпатією. От ми хочемо вдвоєм і об'єдналися там чи втроєм. Треба думати все ж таки про свій економічний розвиток. Реформа направлена на те, щоб наші громади зміцнювали свою дохідну частину. Якщо ж довести свою спроможність не вдасться, то тут на авансцену виходить один з суттєвих мінусів реформи децентралізації, вважає Тетяна Яблоновська. Получиться просто укрупнення сільських рад. Це, виходить, об'єднались 3 сільські ради, осталась одна, хоч називається територіальна громада, але по факту, по бюджетним відносинам, вона буде як укрупнена сільська рада. Оце самий мінус для реформи, тому що люди сподівались на краще, одно, що відповідальність – це да, вони получать якісь додаткові повноваження, а якщо вони не докажуть свою податкоспроможність, то Мінфін їх не візьме на фінансування, пряме фінансування. Насправді мінусів вистачає. Деякі експерти впевнені, одна з помилок – дати можливість для добровільного об'єднання. Не завжди воно виходить за принципом економічної ефективності. Якщо громади не зможуть себе утримувати, згодом потребуватимуть підтримки з бюджетів інших рівнів. А відтак, який сенс в об'єднанні? В Україні бюджетна частина реформи місцевого самоврядування вже завершена. Держава пропонує 2 стимули для скорішого об'єднання. Цільова субвенція на вирішення соціально-економічних проблем. Територіальна громада отримує статус міста обласного значення і напряму взаємодіє з державним бюджетом, оминаючи при цьому райони та обласний. І 60% податку з доходів фізичних осіб залишатиметься у громаді. Залишатиметься також 100% податку на майно, нерухомість, земля, транспорт. Але ж Київ і надалі планує контролювати формування місцевих бюджетів. З одного боку, це може не сподобатись громадам з більшими можливостями, а з іншого, враховуючи наші реалії, може запобігти дерибану. І у нас сьогодні незвично довго мовчав Олександр Ухмановський, але, напевно, що зберігав жовч на кінець програми. Олександр, вже можна. Да ладно, чего же вы так? Моя задача, знаете, знаю, что очень много людей смотрят и любят мои выступления, конкретно, ну, попробовать помочь им, то есть, что делать с учетом того, что я, в принципе, предприниматель. И я хотел бы сказать еще раз то, с чего я начинал на передаче. Мы живем в прекрасное время, вот вы послушали Елену Демидову, да? Прекрасное время, когда любой дебил, нажимая кнопку на компьютере, может 80 тысяч домохозяйств оставить без света, например. И все это происходит потому, что второй дебил в Прикарпаття Облэнерго не купил вовремя компьютеры правильные и не нанял специалиста, который защищает вот, компьютеры. Да. То есть вы должны понимать, что когда вы рассчитываете на то, что кто-то там о вас позаботится, у вас перед глазами должен всегда стоять вот этот дебил, который одним нажатием клавиши может оставить всех нас без газа, отопления, тепла. Может повысить налоги в 3 раза, просто потому что он, вот там еще множество сидит. Вот. Может увеличить минимальную зарплату в 2 раза и повысить тем самым сразу, разорить предпринимателей, закрыть вам же маленькие магазинчики возле дома, их не будет. Вы будете ходить в супермаркет. Я вспоминаю этот анекдот, потому что попугая, если поймаете, так имейте в виду, все, что он говорит, я с этим не согласен. Да. То есть вот это все может произойти. И единственное, то есть живой пример, вот я с удовольствием слушал сегодня господина Мирошниченко, да, Кривое озеро. Кривое озеро отличается, я его знаю достаточно давно, тем, что там очень предприимчивые люди. Когда я с ними общался, они всегда говорили, нам не важна государственная власть, нам не важно, что они там в Верховной Раде делают. Главное, чтобы нам не мешали, мы выкрутимся. Они открывали магазины, они ездили в Одессу, продавали, покупали, они крутятся. И сейчас соответствующие руководители администрации, да, они нашли друг друга. Люди сами выкручиваются из... Прямым задоволением от співпраці. Так, поэтому 2017 год – это год будет тех людей, которые решат, что они должны выжить любой ценой и будут что-то для этого делать, а не смотреть и не ждать, что повысят пенсию, дадут стипендию, повысят зарплату. Неоткуда это все брать. Ну, то есть, это вот такой вот вердикт. С одной стороны, ребята, все будет хорошо, потому что дорожает алкоголь и табак. С другой, имейте в виду, ничего, не на что вам надеяться, потому что киберпреступники стали умными, и кибератаки у нас просто станут ежедневной нашей реальностью. А с третьей, ну, так сами же виноваты, у вас вокруг идиоты, поэтому нажмут на кнопку, и всех вас лишат... Да, всех вас лишат всего сразу. Ну, вот Сергей Стужук, я так понимаю, решил все-таки разбавить эту мрачную картину. Попробуйте, удастся ли вам это. На самом деле, я не знаю китайского языка. Да, как это отношение имеет, да? Так вот, я когда услышал про два иероглифа, которые означают кризис, я не знал этого. Я знаю по-китайски только одно слово, здравствуйте, это сессия. Понятно, почему я его запомнил. Но меня натолкнуло на ту фразу, которую я знаю давно и которой постоянно пользовался. У меня никогда не было в работе каких-то людей, которые тянули. Приходилось самому искать всегда. И была такая фраза всегда: карьера делается в эпоху кризиса. Теперь понимаете, почему я вспомнил про тот иероглиф, который сегодня прозвучал. Кризис, один иероглиф, это опасность, а второе это возможность. И когда в государстве полная стабильность, занять какую-то нишу практически невозможно. В любом развитом государстве очень тяжело пробиться. А в эпоху кризиса, если у вас есть энергия, есть силы, желание, то ничего невозможного нету. Именно в этом случае как раз это время для вас. Дерзайте. Спасибо. И у вас осталось как раз 3 минуты. Вот на каждого из наших гостей по минуте. Пожалуйста. Начинаем с Михаила Николаевича. Ой, не, да, да. Ой, извините, пожалуйста, господи. Андрей Николаевич, пожалуйста. Да, уважаемые зрители, как бы не прискорбно звучало, но не было бы счастья, да несчастье помогло. События 2014 года действительно сколыхнули население, и я вот анализирую вот с момента вот моей работы, общения постоянно с людьми в городе Николаеве. Хочу сказать, что у нас очень пошел большой скачок, большое движение, связанное с гражданским обществом, с пониманием, с желанием самим реализоваться, показать, разобраться, сделать. И результат этот уже налицо. И я думаю, что он будет дальше продвигаться. Я хочу сказать, например, если мы начинали 2016 год, у нас было меньше 300 СМД в городе Николаеве, сейчас это количество превышает уже более 600 единиц, и оно постоянно растет. Это желание людей заниматься, развиваться, и это развитие должно быть, потому что от этого зависит наше благосостояние, наша экономика и наше развитие. Спасибо. Владимир Борисович, пожалуйста. Продолжая позитивный настрой, хотел сказать, что действительно вот эти возможности, которые в непростое время открываются, и карьерного роста, и для бизнеса, они доступны только для тех людей, для тех не только молодых людей, которые реально это хотят. По воле судьбы мы обслуживаем сейчас несколько бизнес-инкубаторов, и возрастной ценз тех, кто учится у нас от 19 до 67 лет. Я скажу, что чем старше люди, тем с большим энтузиазмом они за ним получают знания, тем с большим интересом они пытаются себя реализовать, возможно, потому что они понимают, что у них не такой уж большой диапазон времени и возможностей. Но важно сказать, что действительно их проекты, которые они выставляют уже в ближайшие этой зимой, они будут выставлены на бизнес не инкубирование, а на привлечение инвестиций, они достойны того, чтобы ими гордилась Николаев и Николаевская область. Так что все будет действительно реально хорошо. Ось бачите, не все так погано у нашому домі, і про це, напевно, обов'язково зараз скажуть Олексій Володимирович. Ну, в принципі, ми всі є однодумцями, бо ми хочемо кращому для себе, для своєї країни, для своїх родин. Може, є різне бачення, але, знов-таки, бачення критичне. Тому в цій ситуації, от, як однодумці, якщо ми будемо хвалити один одного, уряд, людей, розказувати, як все класно, якщо ми все-таки є прихильниками демократичного суспільства, ми повинні розуміти, є помилки, є можливості для покращення, є можливості для росту, якщо ми разом будемо, кожен на своєму місці щось робити, в першу чергу для себе, для своєї родини, а це є частина країни. І нам потрібно відійти від цього, знаєте, з одного боку християнського, з іншого радянського ідеалізму, просто все зробіть для країни, а потім, бо там, от з цих закромів родини вас нагодують. От капіталістичне суспільство будується на те, як ви побудуєте своє життя, ми повинні побудувати, виконати професійно свою роботу, і від цього будується суспільний розвиток, суспільний благополуччя. Тому я думаю, що якщо так ми будемо рухатись... Дякую. У нас є вже така певна традиція, якщо це можливо, риску під програму підводить хтось з наших політологів. 30 секунд. Я хочу сказать о том позитивном, что произошло и о чем мы умолчали. Позитивно то, что мы можем собираться в студиях и открыто об этом говорить. И вот это, наверное, прорыв. И вот мы сейчас говорили о разных мнениях, и никто не боится того, что потом будут какие-то репрессии и так далее. Критика действующей власти у нас зашкаливает. Это говорит о том, что люди говорят и не боятся это делать. Дякую. Дякую, що були з нами. Обов'язково зустрінемося наступного тижня. Повірте, у нас завжди цікаво, про що б ми не казали. Адже ви разом з нами, і адже у нас в студії завжди дуже цікаві люди. Дякую, що були з нами. Дякую, що ви з нами залишаєтесь. На все добре. До побачення.